ким із сучасних футболістів за стилем гри, за манерою гри ви б себе порівняли? Ну, я думаю, що з Месі, наверное. Зіркова хвороба була? Ну, коротше, посадили на 10 суток на губу. Як з київського «Динамо» може піти московський «Спартак»? Звісно, не тільки ми, а всі остальні після виграної гри, звісно, збирати там шампанське, там випили. Там. На вас тиснула оця відповідальність спадкоємця Платіні? Що вони там раніше грали? У них були трусики коротенькі. Точно знаю, що Заваров отримував гроші за те, що пролобіював виклик Валерія Федорчука в збірну України. Блядь, та що я ругаюся? Та нормально. Пусть відповідь мені на мільйон євро за мою репутацію. Друзі, всім привіт! Наш сьогоднішній гість – легенда. Один із найкращих футболістів в історії радянського футболу, один із найкращих футболістів світового футболу 80-х років – Олександр Заваров. Олександр Анатолійович, знаєте, чого я хочу почати? Не так давно Олег Блохін розповідав, що не впізнає молодь його, не знає молодь ваше покоління, хто ви, чого ви досягали на футбольному полі. От він скаржиться на нестачу уваги, на те, що немає у нас цієї спадковості футбольної. Знаєте, Україна ж то має знати своїх героїв. Так? І в Бразилії сучасне покоління знає, хто такий Пеле, безперечно, такий Гарінча. Вони пам'ятають, вони знають. Не тільки Неймар сьогоднішній. Як ви до цього ставитесь? Чи вас пізнають, вас все нормально? Я думаю, що зараз ігроки, які грають в футбол, я маю в вищій лігі, я думаю, що вони повинні знати всіх, тому що це перша це культура, мабуть, да? Що ти знаєш історію свого футболу, історію своєї країни, тобто це нормальні речі. Ну, каждый живет и думает, как он хочет. То есть, ну, я надеюсь, что скорее всего, наверное, должны, наверное, люди знать, кто раньше них играл в футбол и завоевывал какие-то там кубки, чемпионаты выигрывал. То есть, это нормальная вещь. Ты правильно ведь говоришь, что знают во всех странах. Во Франции тоже знают, в Италии тоже знают. Знаю, пам'ятаю, у вас Ювентус з днем народження вітає, да? З днем народження, да, то есть люди знають. Я не знаю, здесь ли амбиції якісь стоять, или ще що таке. Ну, я вам скажу, я розкажу одну вещь таку, которая, ну, возьмем так, шутливую. Один із футболістів на каналі виступає, говорить, що вони там раніше грали. Ну, представляєте, там смотрять молодежь його, ну, думает, как там, что там. Что они там раньше играли? У них были трусики коротенькие, они ну, что там, они бегали, ни скорости, ничего не было. Хорошо, я это посмотрел, позвонил Олегу Владимировичу Блохину и спрашиваю. Олег Владимирович, видел интервью человека, который по левому флангу проходит и из 10 передач 9 за ворота подает? Это игрок высшей лиги, в высшей команде. Он говорит, видел, говорит, так я говорю, представляешь, говорит, скорости нет. Я говорю, а он говорит, ну сейчас в Европе скажи, кто обгонит Биланова или Блохина по скорости на 10, на 30 метров, на 100 метров. А сейчас, ну, в чемпионате Украины вообще никто не будет. То есть они должны знать свою историю, кто. Не говорю, что досконально, но хотя бы знать и с уважением относиться. Потому что они же тоже будут на нашем месте потом. И когда они там будут, ну, уже ветеранами, легендами, то есть узнают их или не узнают. Вот это тот вопрос. То есть, я не злюсь на них, это их жизнь. Значит, они себя обделили кругозором, то есть знания футбола просто, я думаю, что так. А там они как хотят, то есть пусть так и делают. А вы відчуваєте до себе увагу болівальники, там на вулиці підходять, пізнають? Чи більше все-таки старше покоління, молоде, діти? Ні? Ну, я вам скажу, Витя, я тебе скажу, що ні, узнають і середнього возраста, і молодежь іноді, тому що, мой, говорят, мой отец ходил, я ходил з такого, там, з 5 лет на футбол, з 10 лет на футбол. Конечно, люди узнают, и из-за этого иногда приходится вести себя прилично. Вести себя прилично как-то, ну, чтобы с уважением относиться к людям. Ну, это вообще у меня в характере, но с уважением к людям относиться и как-то, ну, не зазнаваться вроде в таком плане. И это иногда приятно. Зараз вас приймают, мы говорим про то, что вас приймают как футболиста, как легенду світового рівня. Коли ви грали в футбол, коли ви були молодим, коли ви були в вирі кар'єри футбольної тут, от в Києві,
ви себе сприймали як, ну, ребят, ну я вмію грати в футбол, я футболіст світового рівня, я на одному рівні там з Марадоною там і так далі. Ну, ви представляєте, от наш колектив футболістів, куди не ткні, везде звезда. Да. Ну, як можна було випячуватися, що там говорити, да, какие-то такі речі? Ну, ви між собою. Ну, мислено, конечно, думав, а чим я уступаю? Я сравнював все время, чим я уступаю? Уступаю, там, наприклад, Марадоні, или там, ну, Гуліту Рос, там, понятно, там. Чим я? Значит, я уступаю, наприклад, наверное, тем, надо там, наверное, может, мяч лучше прикрыть, там, как-то, чтоб... Но учиться, то есть какие-то лучшие моменты. А, тобто ви так сприймали, да. Что треба брати, не брати? Не пижонство какое, может, там, через себя, там, или как-то там еще раз упасть, полежать, доктора, внимание на себя обратить. Нет, вот тут самое главное, что учиться, как люди ведут в этом ситуации, в которой ты можешь оказаться, именно на футбольном поле. Я скажу, у меня были учителя. Я с детства, ну, как бы, когда попал в Зарю Луганскую, в Ворошиловградскую, у меня были учителя, к сожалению, умершие. Куксов, Журавлев, Ткаченко, чемпионы СССР 72-го года. И я, молодой пацан, и они очень грамотно и очень, как бы, с достоинством и с уважением относились ко мне. Вы 17 лет в Зарю потратили? Да. И, то есть, я у них учился, как они делают. То есть, умея что-то, но еще, смотря на них, вроде, да, я вроде на правильном пути. Почему? Потому что это так, вот так надо делать. То есть, и постепенно приходил опыт, и, конечно, попал сюда, попал в армию в Ростове, в Скоростове. Там Андреев, Андрющенко, там, ну, игроки, которые играли в национальной сборной. Попал в «Динамо» Киев, Блохин, Буряк, Лозинский, там многие, кого я... Плюс смотришь по телевизору, что-то там подчеркиваешь, это самое, какие-то лучшие качества. Сейчас, пожалуйста, все достойно, доступно. И учитесь хорошему, а не учитесь там каким-то вещам, которые, ну, мешают просто. Иногда просто противно на это даже смотреть. Тобто, традиційне запитання, я ставлю легендам минулого. Для сучасного покоління, от щоб розуміли приблизно, ці, от, хто футбол грає там на FIFA, знаєте, на PlayStation, хто дивиться футбол, знає Роналдо, знає Месі, Неймара, Мбапе. Ви ніколи не задумувались, з ким із сучасних футболістів за стилем гри, за манерою гри ви б себе порівняли? Ну, як-то сложно сказати, але я думаю, що... Думаю, що, може, не так, але я думаю, що з Месі, мабуть. Месі. Скоріше всього. Тобто по стилю, по манері, да. Я думаю, що так. Ну, я не говорю, що я був індивідуаліст, як Месі. Тобто почти вся команда грає на нього. Ми грали в колективний, тобто футбол. На старт. Увага! Реєструйся в акції «Олімпійські перегони» на сайті «Favbet». Щодня роби ставки від 100 гривень на Олімпіаду на сайті та змагайся за телевізор Sony 55 дюймів, iPhone 13 Pro, MacBook Air, Sony PlayStation та купу інших призів. Та головне, щодня на тебе чекає гарантований олімпійський кешбек 10% за ставки на Олімпіаду. Деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Будь всередині Олімпіади з Favbet! Під час цього чемпіонату Європи, отакий зараз, ну, Євро-2020, який був минулого року, дуже круте інтерв'ю дав Тіаго Алькантара в Англії Guardian, де він сказав, що зараз в футболі нема місця творчості, зараз такі от люди вашого амплуа, футболісти вашого амплуа, десятка, да, так звана, вони відмирають, тому що зараз все біг, фізика, зараз нема місця дріблінгу, зараз всі, от просто треба багато бігати, це не сейчас пахати началось. І віддавати передачі. Це не сейчас началось. Я вам скажу, я коли закінчив во Франції грати, остався, то есть, учитися, щоб для тренерської роботи, спочатку з дітей почав. І где-то лет, потім перейшов 18-літній, то есть, так считайте, що як під дублюючим составом. Первое, приходят факсы со всех стран, особенно с Африки. Смотришь, ага. Потом там смотришь по телевидению, вроде ничего, техника есть, надо лететь за ним посмотреть, там, в Камерун, да. Хорошо. Прихожу к президенту, я не в курсе, я только начал, закончил, и сразу этот. Прихожу, он говорит, сколько рост? Я говорю, 1,84 м. Он бросает, меньше 1,87 м, даже не рассматриваем. То есть, я так представляю, ну, я представляю, в это время я бы, наверное, сегодня бы, наверное, не играл. Не, все равно пробился бы, ну, может быть, не знаю, тяжело было бы. Такие, но какие такие люди, как Хави. Какие возраст? 1,71 м.
1.71 Да. Гамуля выписал, а Гамула писал себе 1.72 Нет, это я специально сделал. 1.70 я ему написал на сантиметр, чтобы он был меньше. То есть, вот такая вещь получается. Но все это хорошо, но есть такие люди, которые как Месси, Хави, Иньеста, которые, возьмем так, сейчас играют в их там футбол, то есть барселонский, гвардиолы футбол, то есть там, держание мяча, ну, играют. И если ты сегодня это не проповедуешь, такой футбол, соответственно, ты не очень хороший там думающий тренер. Но надо оставаться, какой футбол был привит. Например, у нас, я бы в «Динамо» Киеве, если бы Лобановский так бы, мы бы так бы не раскрылись бы, наверное, скорее всего. То есть мы играли в динамичной, в агрессивной, возьмем так, в прессинг, активный футбол. То есть у нас не знаешь, где Демьяненко играет левого защитника, а потом он играет правого, то есть перемещение. То есть, соответственно, точно так же я просто решил в Баварии, когда Гвардиола тренировал, то есть люди начали в концовке уже свистеть, почему? Потому что это не их футбол немецкий. Пожалуйста, пришел другой тренер, начал. То есть футбол, страна, которая отличается, немцы отличаются чем? То есть агрессивностью, футбол, спектакль, люди же приходят не посмотреть, как перейдет перекатка мяча, там 15 минут одна команда держит, вторая команда держит. Думаю, поменялось многое в футболе, в тактике, там, хотя осталось то же самое, но просто, может, ускорилась там динамика, но редко. У нас было больше динамично, коллективно, все скоростные, все бежали. Но я думаю, что в конце концов и для наших клубов, наверное, настанет такая пора, которая, что будем задавать тон, например, как мы в те годы раньше. Там, вы верите в це? В футболе. Вы верите в це? В сучасному футболе? Если не верить, то как жить можно? Да? Верить, хотя бы, чтобы на трибунах там... возьмем так, хотя бы там 10-15 собиралось. Не только когда «Динамо» Киев или «Шахтер» приедет. И Александрия играет, там, я не знаю, с Ингульцом, чтобы показывать. Друзі, не забувайте підписуватися на канал Вацько Лайф, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, який традиційно задзвонить саме тоді, коли буде потрібно. Коли згадують ваш період в СКА Ростов, насамперед говорять не про вашу гольову передачу на Андрієва в фіналі Кубка Радянського Союзу 81-го року в Москві в матчі проти Спартака, де СКА Ростов тоді сенсацію створив, обірали Спартак, в Москві 1-0 Заваров віддав гольову на Андрієва. Андрієв забув 20-річний Заваров. 20-річний. Насамперед, оскільки не читав, всі говорять про ваш легендарний тандем Заваров-Гамула, який витворяв речі не тільки на футбольному полі. На футбольному полі ви феєрили. Я так розумію, за межами футбольного поля ви також феєрили. Ну так. Да. Ми молоді, була перспектива. Перспективні молоді. Ну, я скажу так, що Ігор Васильович Гамула, к сожалению, Царство Небесное, да, ушел от нас. Просто мы с ним по жизни дружили, он крестный моего сына старшего, и как-то дружили, шухарили немножко, но то, что он когда-то рассказывал, половина, сказочник, то есть половина там такого не было. Ну, подивіться, він розказував таку історію про те, що одна така історія, що я про зріст, чому вас запитав, що ви підійшли до пресаташе, який писав заявку зріст, ви сказали, напиши мені 171, а Гамулі 170. А Гамула потім шампанське йому приніс, написав собі 172. Да, да. Ну, це, обычно книжечки видаються перед матчем, как бы, представлення команд. Ну, я ж тому редактору говорю, первый же, скажи, я 1.71, он 1.70. И потом же, раз, и выходим, сидим в раздевалке, и я говорю, ой, да что ж такое, посмотрите, как это, ох, он как надулся, да, а на следующую игру уже это самое, уже я меньше стал. Ой, ты стерся там в таком плане, знаешь, я говорю, а ты подтянулся, было, как бы вроде, молодость, все было, как бы вроде, не говорю, что легко, но как-то, футбол – это любимое занятие, тем более еще и деньги платят. То есть, любимое занятие, то есть, правда, может, свободное время не так использовали, как нужно, но
Но что-то выигрывали, Кубок СССР хотя бы выиграли там. Я помню, в 80-м году при Германе Семеновиче Зонине, к сожалению, тоже ушедшем от нас. Мы закончили первый тур с Коростов. Валерий Зуев играл там, ну, с Киевского «Динамо», значит, тоже, к сожалению, ушел, ушедший. Мы заняли первый тур, 19 очков, мы заняли «Спартак» или «Киевская «Динамо». Пашеколу. Да, да, «Спартак», «Киевская «Динамо», там было и «Зенит». «Спартак», «Киевская «Динамо», «Зенит». Или наоборот, там, ну, «Зенит» был три. И мы были вместе одинаковое количество очков с «Зенитом». То есть, если бы можно было там, ну, не говорю, что усилиться, но остаться в таком ритме при Германе Семеновиче Зонине, который величайший тренер тоже для меня лично, то есть, то мы могли бы где-то побороться. Но в концовке чуть-чуть подсдулись, подсдали. Ну, не знаю, по каким причинам там. Ну, не такие матчи, которые проигрывали, но в конце концов мы заняли 9-е место. То есть нормально. Зонін давав інтерв'ю колись «Спортекспресу», і тут він прямо говорив про вас з Гамулою. Они не хулиганы были, просто привыкли квасить в Луганске. Заваров получит 500 рублей, соберет вокруг себя шпану, сразу половину пропивает. Самое дешевое вино брали. И Гамула такой же. Я что скажу? Я закончил играть в 38 лет. В 38. Возьмем, последние два года играл играющий тренер. Играл еще тренер. То есть я должен держать себя, еще подсказывать, за кого-то дыры затыкать. Выиграл при этом много вещей, которые, много футбольных там трофеев, возьмем так, много, мало, ну, короче. Если было бы такое поведение, наверное, я бы закончил, наверное, играть бы еще лет 20, 22, 23. Понимаешь? То есть это... Иногда он вообще шутник, Герман Семенович Зонин. Я не оправдываюсь просто. Ну, он так видел. Конечно, не только мы, а все остальные после выигранной игры, конечно, собирались, там, шампанское там выпили, там, ну, как бы вроде. Кто стойкий, кто не стойкий. То есть, соответственно, кто больше разговорчив, кто больше молчит. Ну, я где-то посередине, так, знаете, ну, его такое суждение. Но он, конечно, и воспитатель, и молодец, Герман Семенович, нет вопроса. То есть, это он, как бы вроде, я скажу, что... Был ничего, вроде, казалось бы, да, потом в Ростов попал к нему. Думаю, а, это вот так надо, еще. То есть вытянуть изнутри для того, чтобы прогрессировать и, там, ну, и лучше играть, лучше стоять на ногах. Почему, как бы я бы не хотел, там 19 лет, 18 лет, ты все равно еще пока стоишь на ногах, но еще не так, как дядька стоит 25-26 лет. Да? То, ну, молодец. То есть беседы вел, там, такой нормальный, футбольный, никаких там по поведению там каком-то нет. Конечно, но все стало выплывать это. Почему? Потому что как бы выплывать, то есть то, что раньше не говорю, что закрывали глаза, хотя такого, чтобы прийти там на тренировку каким-то там. Начал выплывать, когда Скоростов предложила мне, давай, звание, оставайся. Сейчас годик поработай, поиграешь у нас в Ростове, потом мы тебя в Москву перейдем, ЦСКА. Там, и потом... давайте ми пояснимо просто, що да. таке радянська система футболу, тому що зараз ну, не поймуть. Ну, да, да, да. Ви в СКА Ростов потрапили служити в армію. Обязанность, конституційна обязанность любого мужчини, громадянина, да. СССР должна бути, обязательно пройти службу. Поступил в институт, значит, идет отсрочка тебе, 18, там, 17 лет поступил, 5 лет учишься, 22, все равно тебе за это. Перед этим ты выбираешь курс, куда-то там, ну, не знаю, если ты играешь в футбол, ну, возьмем, хорошо играешь в футбол, то ты остаешься в футболе, а кто немножко остается, поступает, но все, потом все равно или в армию идет, или заканчивает институт, получается, там, военная кафедра расходит. То есть, очень четко было расходит. То есть, нельзя было... Вы с Коростова пошли служить в армию? В армию, да, призвали в армию. А что вы, поясните мне... дивіться, Київський Динамо, це ж теж була структура, яка дозволяла, це була міліцейська структура, МВС, Міністерство внутрішніх справ, да? Міліцейська структура, яка також дозволяла проходити службу в армії. Ну, ви знаєте, Витя, це, мабуть, молодость якась, я не знаю. Тим більше Ростов від Луганська 200 кілометрів, а Київ 800. Ага. Хоча я любив Динамо Київ, мечтав в ньому грати. Перше приглашення ще в 77-му році мені... Киянченко говорит, давай, и поехали в киевский интернат, будешь в интернате. Там мы уже там интересовались, за дубль будешь получать деньги, и за дубль будешь с дублем тренироваться, вообще не с нами, а с дублем будешь тренироваться. Ну, я вроде пришел, потом думаю, ну, как-то я не пойму, что, ну, как-то... А потом узнали, что эти Зари, говорят, ты куда собрался, то есть давай, там, тоже как бы вроде уговорили, что не едь. То есть, не, а тем более сбегать, знаешь.
Если сбежал бы, то раз и пропал. Тобто ж такого поняття, як контракт не було. Не було, да. Просто пишеш заяву, да, прошу школу прийняти мене в клуб. Да. То есть, трансферів не було тоді спустя. Потом, когда Луганская Заря, уже, ну, я имею, когда уже начал играть в основном сезон, Валерий Васильевич звонил, потом Сучков приезжал, Анатолий Дмитриевич, который, к сожалению, тоже них нет. Приезжал в Луганск, матери там туда, давай, Динамо Киев. Последний раз они приехали как раз в одно, приехал он мне в Москве, мы где играли, в Москве, давай, подписываю заявление. Я говорю, я с мамой посоветуюсь, да? Я имею в виду с Раисой Архиповной моей. Приехал, она говорит, ну поступай как хочешь. Так, ну. А в это время мои коллеги, которые играли со мной, то есть я с ними играл, они постарше меня, там Куксовку, я называл эти фамилии, они говорят, куда ты идешь, ты посмотри там, кто идет впереди. Кто играет там нападающего, кто там, Блохин, там, Слободян, там, то, Хлус, Евтушенко, плюс еще, говорит, и Бессонова может играть нападающего. Там ты что, куда ты идешь? Ну что, будешь сидеть на лавке, там, а потом будешь за дубль играть, что это? И как-то так я начал пошатнуться. Поехали он в Ростов. И раз армию отслужим, и будешь играть, это самое, в высшей лиге, блин, футбол. Ну, я подумал, да идут недалеко. Ну, так, и мы уехали туда, там, Кузнецов, я и Гамова втроем. То есть там Зонин, потому что Зонин пришел, он специально говорит, да. Но я скажу, что, может быть, я неправильно поступил, но, с другой стороны, я в Ростове так оббился, обтесался, стал как бы, не говорю, что настоящий мужик. Может, и правильно поступил. Как-то, да. Но я играл, я сыграл, тогда было, по-моему, 16 команд, но 30 игр в одном, 30 игр во втором. 18 да, руки, да? Да, то есть практически без травм, вообще без травм. То есть протолкался, попал за вторую сборную СССР, попал, куда еще, вызывали даже за первую, Бескал там. Ну, а потом вам пропонують лишитись, дають звання, да? А що це означає? От вам прапорщика, да, мало дати? Що це означає? Ну, значить, генерал-лейтенант Дубинин такий був. Он, іди сюди, давай. Спочатку прапорщик. Ну, це можна було. А потім будеш лейтенантом одразу, після прапорщика. Ну, тому що прапорщик-лейтенант – це 25 лет. Вислуги лет надо. Угу. Тобто я так подумав, думаю, ну, це все. Будешь играть, не будешь играть, но в армии придется служить не в том, что плане, ты отыграешь, потом как-то там. Ну, немножко, может, без понятия, но немножко как-то я засуетился. Говорю, нет, я все, я буду свободно. И потом пошли вот эти проблемы. То есть там вытянули, из-под текста, как сейчас говорят. А, и начало, типа, компромат на вас закидать, чтобы вы гуляете, начинает, да. Все началось. Так зачем я нужен им тогда, если я такой плохой, да? Ну, я безобразный, я вообще, зачем я нужен, ну, что вы за меня боретесь? Ну, короче, посадили на 10 суток на губу, каждый день вызывали. Что такое на губу, пояснить нам? Ну, это как, возьмем так, ну, в тюрьму там, я не знаю, ну, наверное, да. Ну, так, охрана, у нас 30 человек на 10 квадратных метров, сидим там, лежим. Тогда узнал, что такое вертолеты, то есть две палки идут, ты берешь стеллаж, как на пляже, вложишь так их посередине, чтобы не на земле спать. И ты что-то лежишь на. Выдают тебе эту, как ее, шинель. Блин. А ты, почекайте, а за что вас посадили на губу? За плохое поведение. А, не, вот, обман. Значит, дошло до того, что мы играем ответную игру. Интракт Франкфурт обыграли в Ростове 1-0. Да. И ответная игра. И через Москву же летишь. Вызывают в штаб, там, ну, я не знаю, в армейский. Но... Говорят, так, рядовой заворал, ты что ты там, при всех такой, что ты там, я говорю, да я думаю еще, да не надо думать, давай быстренько, вот, иди подписывай это самое, будешь военным. Я говорю, да я не хочешь, сдавай мне этот паспорт свой зарубежный. Ну я думаю, может шутят, все, и давай, лети в Ростов, и потом мы там разберемся с тобой. Все, команда улетела. Ну я подхожу к подполковнику, там Мартынюк был. Можно, говорю, я не в Ростов полечу, потому что я там один, команды нету никого. Я в Рашлград слетаю, то есть рядом. А я буду, конечно, едь. Но я это же сейчас же, что ж понимаешь, что раньше такого и не было, как бы вроде, что надо взять письменное там. Ну, я улетел с Москвы на Луган, в Рашлград, приехал. Приходит это, так подписано не прапорщиком никаким, а генерал-лейтенантом Дубинин. Что не было в распоряжении части и роты,
больше двух суток. Дезертир? Дезертир, чуть не объявили в дезертирство, и грозит 2 года дисбата. А после 2 года дисбата ты отслужишь, блядь, еще то время, которое ты еще не дослужил. Ну что, я боролся 10 суток я отсидел, один парень говорит, капитан один там, ну, болельщик. А что ты тут делаешь? Я говорю, ну как, сижу. А у меня длинные волосы такие, все солдаты, а я длинные волосы, потом пришли. А солдаты все коротко стрижены? Ну, коротко стрижены. Да. Потом пришли машинка, на лысо, это как тебя, знаешь. Ну, короче, такая ситуация. И каждый раз же прокуратура, где вы были, что вы были, это как-то вроде понятно, для молодого человека, который, оно немножко начинает пугать. Так, ну, футбол ты играть вообще не будешь, сейчас мы тебя там то. Подписывай. Ну, в конце концов, пришлось подписать на прапорщика, и он нас поздравил, то есть меня, и давай едь домой. То есть, ну, у меня в душе все это все неправильно как-то. Думаю, столько грязи вылили для того, чтобы, блядь, меня оставить у себя. Наоборот, они должны были меня выгнать, чтобы я там не мешал, да, ну, то есть, в рослении военного общества, например, да. Хотя я скажу, что я благодарен им за то, что они, что такой урок преподнесли, что надо быть аккуратным, надо быть четким, надо быть мужиком, в конце концов. То есть стоять, если ты стоишь на своем, значит, должен стоять. То есть как бы вроде еще, не кроме футбольного, еще и психологически я креп, как в борьбе, например. Да, то, ну, есть, и вы подписали, вы стали прапорщиком. Прапорщиком. И додому відправили? Да, ну, потому что декабрь месяц. Ага. Ноябрь месяц был, раньше был приказ о призыве весенний и осенний. Соответственно, и осенью увольнение, и об увольнении и весенний, и осенний. И я попадал на осень. Мне должны были уволить 7, 8, 10 ноября. Ну, меня уволили до конца ноября, потом и говорят, ну, едь в отпуск, а 5 января мы собираемся. Ну, я пришел там в Луганск, в Зарю, они говорят, а сейчас мы подожди, стой. Ну, начали писать там жалобы, там, ну, короче, в конце концов они... В это время я звоню Динамо Киев говорит, нет. Там, занимайся. Все, до свидания. Ну, хорошо. Ну. Короче, они писали, написали, приезжала и прокуратура в Луганск, ростовская там. Ну, короче, в конце концов, меня не увольняли до тех пор, пока я не сдал ключи от квартиры своей в Ростове. Да-да, пока не сдал ключи. И, как бы сказать, ну, короче, закончилась эта эпопея. Закончилась эта эпопея, меня уволили 31 декабря 1981 года. Первого? С первого на второй, да. Так а чем вы занимались? Вы футбол не играл? Ну, это был я в отпуске, а потом, когда я пришел, началось же судейские дела. Я не могу без судейских дел. Там СТК было раньше. И они, короче, они... то есть и Ростов, и Заря, и Луганская, то есть, начали, то есть не Заря, я и Ростов начал. То есть поехали в Москву, сказали так, через трудовой коллектив, пусть перевоспитывается, я не знаю, что там перевоспитывается. Ну, короче, такая ситуация получилась. Ви тоді працювали? Не грав, я не грав. Ви тоді були помічником коваля, да, ви тоді працювали на заводі? Ну, да. Не, ну, конечно, потому что там директор завода, конечно, боялся, вдруг кто-то приедет, какую-то проверку, кто-то стукнет, что его нет. Я ходил, да, но там научился некоторым вещам, которые... Хороший завод тоже разлагали. Чугунку берешь, она вот такая вот, вот такая толстая, вот такая чур. Ты должен подойти к бартеновской печи, открыть, схватить ее и выбросить к прессу. Почему? Потому что... Выбрасываешь прессу, этот, который сидит человек на прессе, он ее поднимает, ложит вот так вот, и она бьет, и получается колесо для поезда, потому что Варшавский тепловозостроительный завод. Колесо, я удивился, как это с такой булыжника, колесо для поезда, которое происходит. Да? То есть я так уже на это самое, даже было прятано, как бы вроде верхний плечевой пояс качает. Ну вот это вот такая ситуация. А правда, что вы в СК Ростове отримали 500 рублей, да, у вас зарплата была 500 рублей? Ну нет, ну возьмем так, я не знаю, сейчас уже можно говорить, конечно, была доплата там специальная, как бы вроде, зарплата официальная, она не меня, а там доплата была, ну плюс нам премиальные хорошие платили, то есть там рядом же Шахтерский край, в шахтах, то есть принимали так, что 10 человек бригада, 11-й, футболіст. Да, ну, тобто ви, ну, це ж футбол був в Радянському Союзі любительським видом спорту, ви мусили мати роботу якусь. Ну, і от вас там, типу, фіктивно, да, записували. Ну, із-за цього Заря в 72-му году пострадала, тому що там, коли були ці ситуації, значить розслідування, що не мають права.
А с Коростов тоже, наверное, догадывались, началась такая проблема, что ты, люди собираются, мы сейчас собрались все и говорите, ну, принимаем этого седьмым или восьмым. То есть мы получаем зарплату на 7 человек. То есть вы в курсе этого события. Не то, что мне там так, я в приказном порядке тебе. Люди согласились, то есть такое плане. Я не говорю, что это конечно, антизаконно. Но я уже не говорю, там, Днепр, когда Днепр. То есть в таком плане. То есть тут у вас было, наприклад, 250, сколько? 232 рубля зарплаты, с 18 высчитывали. И 200 доплата, 450 плюс выигрыш по 100 рублей. Выигрыш, а мы как начали выигрывать, я не знаю. Что в месяц получалось 500, да. Плюс квартиру дали? Квартиру дали, да, то есть машину дали, шестерку мне, Жигули шестую. И це в 18 років? Да. 18 років? Ну, это значит, какой? 80, 19, ну 19. Ну 19, сколько? 18. Скільки ваша мама заробляла в той час? Ну, она на горячей сетке работала. На горячей сетке. Горячая сетка — это тоже ж, это только варшавская, они в литейном заводе. То есть ванны вот эти чугунные, везде огонь, она была выбивщик, отец был заливщик, только заливает форму, выбивают там, ну, короче, только. Где-то 220 рублей заработал. 220? Ну, к сожалению, они рано поумирали, ушли из-за такой работы. Ну, почему, что не знали ни... Ни, возьмем, отпусков, ни морей, ни этих самых. Да нет, ну плюс сама работа. Да, да, да. Ну да, вот да. Вы в 19 років заробляете больше, в два с половиной раза больше, чем ваши батьки. А как, ну честно, зіркова хвороба была? Я скажу, что где ты можешь попижониться, да, например, где ты можешь выйти в ресторан? В ресторан. В ресторане за 10 рублей, нам рассказывали, за 10 рублей там можно было пить в ресторане. Можно попижониться, но ты ж один не пойдешь кому-то цепляться, там, я имею в виду, там, берешь, идешь, ну, конечно, футбол, а потом уже начинаешь там знакомиться, что-то там, идешь, перед кем хвастаться, когда у всех такие. Приходишь там, в ресторане. Девчата якісь. Ні, я діло так. Ну, щоб вже так закончити. Діло так. Як тільки приходила розплата, я говорю, я зараз прийду. І сразу входив. І що? Или говорил, что у меня крупный. Это Гамула говорил, когда начали рассчитываться. А, получил чек? У меня только крупный, знаешь, такой. Ну, не было такого, не было. Такого, что пижонство какого-то. У меня мать... Два брата, я имею в виду, что, ну, еще не был женатый, но как-то им помочь надо, как-то это самое. Как-то. Все было в меру. Не так, чтобы зашкаливало, но все было в меру. Гроши все в семью? Ну да, ну, то есть не то, что я там скупердяй какой-то, ну по делу просто. Угу. Захотели гулять, сложились по десятке, погуляли. Надо отправить, то есть деньги. І все. Розкажіть найбільший горбунь ваш, якусь історію, пов'язану з Гамулою. Весело. Сейчас я скажу. Ось сейчас люди... Яку Гамулу ще Царство Небесне нікому не розказав? Є така історія? Я не знаю. Я не можу сказати. В пресі я не читав. Сейчас люди говорять, що чартери, літаємо чартерами. Бізнесмени. Но я не знаю, хто перший чартер образував. Это ми з Гамулою взяли. Приїжджаємо в аеропорт. Можно было на автобусе Ростов 200 километров в Рашлорад ехать, 200 километров 6 часов. Или на кукурузнике лететь полчаса. Приходим в аэропорт, говорит, я не поеду на это, машин же нету, я не поеду. Я говорю, слышь, продайте нам два билета, по 7 рублей билеты на человека. Говорит, да мне он не полетит. Я говорю, что, да нету загруженности. Я говорю, ну что, ну давайте тогда 84 рубля, все места купили за Мула, и на кукурузники улетели. Прилетели, все нормально. Вот это чартер был. Прилетели полчаса. Пролетели туда, все, вышли. Назад таким же макаром. Прилетели назад в Ростов. Все. Вот это была такая, ну, как бы вроде сказать, такая история у нас. Так что мы первооткрыватели. Ну, солидно, дорого, богато. Ну, ни шампанского не выпили. Випили чи ні? Ні. А шампанське – це совєтські ігри, да? Це був такий тоді напиток футболістів? Да ні, Абрам Дюрсов. Хто? Абрау Дюрсов. Я навіть такого не чув. Это мадам Кліко. Да, в ті времена. Да? Так, серйозно? Так а що це за шампанське? Це хто? Это, по-моєму, или з Кримом, я точно не знаю, но в Сочи все время. Ну, или скільки пляшка коштувала? Ой, я не помню, 5 рублей, что ли. 5 рублей, да.
Ну, то есть советские игристы такие? Типа? Не, ну это так, если уже дети, так, это что, даже его нигде ж не найдешь. Идешь к директору ресторана или к бармену, продай. Он продает тебе не за 5, а продает за 10. А. Ну, чтобы вот это похвастаться, что типа ты современный. Типа модный, да? Як дала кліко, моє тільки стало пізнатися. Ви починаєте кар'єру в футболі, ви невисокий на зріст, легкий, такий, ну, координований, юркий, да, є таке російське моє слово, координований футболіст. Ви грали нападаючи, потім ви почали грати як, ну, десятка, як плеймейкер. Дуже технічний, прекрасний пас, бачення поля, техніка, але не дуже ви любили, ну, що там без м'яча, да? Ну, відбирати, там, орати поле. У мене, знаєте, таке питання виникає. От, було ж тоді в Радянському Союзі два різні напрямки футбольні. Перший напрямок – Лобановський, да, який ми говоримо, ми кажемо, динамічний футбол, пресинг, бігати багато. І Бєсков. Квадратики, один дотик – це фірмовий. Назвали спартаковський футбол, коли ці стіночки, да, це спартаковський, ну, да, футбол. Так, хорошо грає, да. Чому ви пішли в Динамо Київ? От, ну, спартаковський футбол – це для вас. Спартаковський футбол – це те, от, ну, от, да, ви в мене ототожнюєтесь, ваш стиль футболу – спартаковський футбол. Чому Динамо Київ? Нахрена вам бігати, ригати, вмирати, царська тропа, ну, і так далі? Получилось так, що з самого, коли і в школі вчився, коли Динамо Київ, нравилось і хотілося там грати. От перша мечта, як би так сказати, мечта. Мечта, ну, мечту треба виконувати вовремя, не то, що там пойти мальчиком, а пропасть там в Динамо Київ з такою конкуренцією, яка там є. Тобто, коли став на ноги, тоді ти вже можеш щось там конкурувати. Як-то про Спартак московський смотрел, звісно, його, ну, як-то не, об этом не думав. Но, скажу, коли я з армії увольнявся, був тренером Владимир Григорьевич Федотов, это син Федотова, того, который... Клуб Федотова, да. И он мне говорит: Саша, оставайся, получишь звание старшего лейтенанта за год, получишь. Не лейтенанта, не младшего, не это, а старшего лейтенанта. И поедешь на чемпионат мира 82 года. Потому что это зять был, зять Бескова был. То есть женат на дочке Бескова, Константин Иванович. Вот, доставайся. Я нет, уперся, говорю, нет, Динамо Киев. И я потом смотрел, когда чемпионат мира, то есть вместо меня Серега Родионов поехал. В те время он еще на год младше меня, то есть спартача взяли. Так бы мог попасть на это. Ну а где есть уверенность в том, что где тут дальше как бы прогрессировал. Потом игра вообще нравилась, киевская игра, мощная, сильная, то есть люди, ну вообще. И потом, когда пришел в Динамо Киев, почувствовал, что это да, это, наверное, скорее всего, мое. Конечно, было тяжело. Тяжело, но было стыдно иногда, потому что команда бежит вперед, а потом все бегут назад, а ты идешь спокойно. То есть, что такое? И то постепенно. Ну, хотя мне понадобилось год, наверное, чтобы я еще стал больше на ноги, как-то вроде принял эти нагрузки, как-то принял бы все эти требования, конечно. Ну и спасибо за терпение. За терпение Ивану Васильевичу, тренерам. А він закривав очі, бачив, ну, що вони... Ну, ні, він підказував, давай. Ні, бачив, що... Ну, видел, наверное, що куди. Потому що я в 84-му году, Ивану Васильевичу прийняв зборну, і пішов Морозов. Ну, як-то у нас, не говорю, що ми там, ну, як-то він, отдыхай. И все играли, я как-то так выходил на зону. И мне это очень не нравится. И 83-й, 84-й, Косыновая звонит, ну, что ты там, наигрался, давай ко мне сюда. То есть я уже был в Москве, я уже квартиру смотрел, уже там машина, там нет вопросов. Валерий Васильевич приходит после сборной, там, к сожалению, они проиграли в Португалии, а к моему хорошо, что проиграли, потому что он вернулся назад. То есть он меня приглашал, Морозов меня не приглашал. То есть здесь надо быть тренерам, то есть игрокам, которые тренер приглашает, значит, соответственно, он в курсе. Не идти к тому тренеру, который тебя, ну, тот пригласил, а ты пришел, вот ты ему не нужен. Это 100%. Ну и получилась такая вещь, что, по-моему, Андрей Баль, к сожалению, тоже ушедший, на свадьбе в гостинице «Лебедь». Ну, где-то завтра, послезавтра я должен улететь. И он все предупредил, ну, Кирилыча Пузыча предупредил, тоже нету. Говорю, что все, я, наверное, что так я как-то заявление завтра принесу, и я полетел, поехал. На свадьбе. Пришел на свадьбу, говорю: Васильевич, иди сюда, на меня. Он тоже был на свадьбе, то есть уже. Но он уже такой высокий. Но я тоже был, как он, но есть, ну, короче. Ты куда собрался? Звони Константину Ивановичу, бля. Извинись, бля, и давай оставайся.
Я, да я, я тебе говорю, давай оставайся. И все. Вот это тоже второй решай, да? Вот, то есть я выбрал это, значит, хорошо, нет вопросов. Я позвонил Костину Ивановичу, он говорит, я так и знал, что ты, наверное, тебя там это самое. Позвонил, и после этого с Валерием Васильевичем мы прошли много хороших лет. И думаю, что я лично доволен, что я с ним работал. Он, я думаю, что тоже как-то по-хорошему ко мне относился. То есть я думаю, что вот эти игроки, которые играли, ну и я в том числе, и я с ними, то есть мы как-то приносили удовольствие друг для друга, от тренера, и мы, бурчать-то можно, но а все равно выходишь и делаешь свое уже автоматически. То есть, соответственно, с уважением относили друг к другу. Дивіться, ну ще один момент. Просто от я вже більше дивлюсь на це там сучасними мірками. Я, ну, не буду приходити, я ріс на вашому футболі. Да? Динамо — це от команда молодості наша, це команда молодості моєї. Динамо 80-ті роки. Це команда, яка мене навчила любити футбол. Я вболівав, у мене Блохін кумир був. Я знаю на пам'ять, я не згадаю склад Динамо там 2002 року, не згадаю. Динамо 86, в 4-й годині ночі в будь-якому стані. Я, правда, в нормальному стані. Ну, да. Завжди, да? Там я в будь-якому стані згадаю ту команду, склад. Як з київського Динамо можна піти в московський Спартак? Ну, Спартак, Анатолійович, ну... Ну, об этом я не думал. И об этом я не думал, что там, как там. Потому что, может, не было такой еще... Была конкуренция, а ненависти такой не было. Конкуренция между этими двумя клубами была. Ненависти не было? Ненависти не было. А правда, что вы дружили с футболистом Спартака? Конечно. Хидиатулин, Ренат Досаев, Федя Черенков. Я с ним в нормальных был отношения. Ну, я имею в виду, мы жили за сборную вместе с ним. Не было. Конкуренция была страшнейшая. Вы с Черенком в номере жили? Да, ну, за сборную, когда ездили. Это. Конкуренция. За первое место, за второе, там, ну, короче. А так, чтобы ненавидеть, такого не было. Потому что не было. Ну, тобто ви навіть так, ну, с такой точки зору вы тоді не розглядали питання, як з Динамо Києвом. Да, конечно, нет. Ну, Динамо Київ — это одна страна. Динамо Київ, Спартак, ведущие команды. Что я как-то в другое русло попадаю. То есть, соответственно, Динамо Київ более, может, мощнее, более сильнее. Эти не, более... ну типа, что зрадных там. Да, ну я не знаю, может быть и говорили, но я не знаю. Такого, чтобы не было, что-то куда ты там что, предаешь там или что. Ну вот футболисты, да, Баль, там кто знал, да. Ваши друзья не говорили такого, ты чтоб нас предаешь? Нет, они говорят, ну что, сказал иди, ну что. Сказал А, говори Б, блин. То есть, ну а видите, получилось так, что... Валерий Васильевич встретил, говорит, давай оставайся, и все. И все, и вот я просто говорю, что-то, я не говорю, что там меня надо уговаривать или еще что-то, я просто говорю, что констатирую факт, который был вот в моей жизни, который, когда много в жизни, много раз в жизни надо было принимать решение, волевое, сильное решение. Я надеюсь, что я таким и остался до сих пор, чтобы принять решение надо, то есть обдумать его хорошо и все принять. Я думаю, что так. Потому что без стержня внутри очень сложно что-то как-то быть ну, нормальным человеком и как бы и в футболе тем более. Вот то, что вы розповідаєте, я вот так бачу, что вы. Знаєте, багато я з ким спілкувався. Боялась до Лобановського підійти, боялась сказати. Я так бачу, що ви з ним досить, ну, нерідко спілкувалися. Так от тет-а-тет, один на один. Не, у мене, щоб я к нему постучався, я тільки мог зайти постучатися к нему один раз. Говорю, ко мне родители приехали. Можна я сьогодні після гри зайду домой, а завтра з 7 утра я на зарядку приеду? Ні, ну подожди, а завтра Блохин скаже, послезавтра Бессонова попросится. Ні, оставайся. Я говорю, та родители, они завтра вечером уезжают, я их про. Ні, ну завтра и поедешь спокойно. Давай. Вот это я мог только такое зайти. А там, чтобы прийти, поговорить, как же там. Когда ему нужно, он вызывал. Ну, он такой, чтобы разрядить обстановку немножко. В Ереване. Вот эти южные выезды, это было страшное дело. Ереван, Тбилиси, Баку. То есть, это почему? Они гостеприимные, с солем хлебом встречают. Короче, ну, мы что, отыграли игру, я еще помню, это было в Ереване. 1-0 выиграли у Урарата, все нормально. Ну что ж, вечером. Они прутся, ты в дверь, ты закрыл дверь, они, блядь, в окно. Виноград, мандарины, гранаты, ну и, конечно, шампанское.
Ну что, а после игры целый день, полдня поспал, там, потом нервный, все равно как бы ты не хотел. Где-то там, вот обычно после игры где-то засыпаешь где-то часов 4-5, а если 7 часов самолет уже вылетать, это самое. Тоже нема смысла спать. Нет смысла спать, ты же едешь, а потом целый день спишь, когда ты должен, нужен там семье, ты спишь, а я не могу, я умираю. То есть такое. И вот, ну что ты, ну выиграли, все нормально. Ну только сели, разлили шампанское, виноград. Ну, карты разложили, на деньги не играли. Ну, как бы играли на деньги, ну, там, по копейке, там, чтобы не было такого, что миллионы там проигрывали, нет. И, ну, и, ну, конечно, там, закурили там потихаря. Раз-раз стук в двери. Что? Открываем, проверка. Ах, вы там так, это, ну, все, мы сразу разошлись. На утро Валерий Васильевич меня и Лешу Михаличенко в номер. Значит, ты хотел московское «Динамо», иди на Лешу. Иди. А ты хотел в Зарёво Рашидоградскую? Иди, давай, все, до свидания. Все, давайте, идите, чтобы я завтра сейчас на самолет и все. Так это мы уже были, ну, как бы, ЗМС заслуженные. Это нет. Ну, выходим, Леша вышел, а это как кинофильм «17 день весны», а вас, Штирлиц, попрошу остаться. Ты же так говоришь, Саша, а ну-ка иди сюда. И этот чертей давал таких, что ты, люди там, ну, как-то было. И ты после этого думаешь, как-то правильно на тебя там уже молодежь-то там Каратаев был, там Горилый Вова, там они, что это такое, молодежь, смотрит на вас, а вы тут, блядь. Я говорю, так как же, что мы тут это самое, мы в номере, нас никто не видит. Не-не-не-не, вот это вот такие были воспитательные. Так а кто в номере закрывался, кто был? Ну, нас много было. Компания, да. Я, Михаличенко, Каратаев. Вася и все. А все-таки молодежь. Кузя, да, ну, молодежь. Все-таки молодежь с вами сидела. Да, ну, потому что там это под основу, кто остался, дубль сыграл, и под основу состава остались. Эти, там. Не, ну за столом там молодежь сидела. За столом они сидели на кроватках. Мы сидели за столом, мы в картах, они там, да. Чтобы их не плавить. Так что, вот это были такие разговоры. Ну, я не знаю, несколько раз такие были. Почему? Потому что... Ну, как-то я к нему с уважением, он ко мне с уважением. Я думаю, что он каждому футболисту находил подход, который был верный и один только. Да, мог уговорить. Ну, это позволительно ему, потому что он высокообразованный человек, теоретик, практик. Ну, все в нем было собрано. Все было собрано. Ну, вы на него так, снизу вверх, да, дивились за всем аппаратом? Ну, да. Это что стоило, там, обыграли там то, обыграли там Францию, там, он подходит... Молодцы. Что только обнял тебя, ты уже как вроде с первого свидания. Радый такой, что готов свернуть горы. В футболе я имею в виду, конечно. То есть в таком плане. То есть, ну, уважаемый человек и почитаем, я думаю, что это... А он заслужил этим, потому что своей работой, своей, как бы вроде, своим стремлением, плюс умом своим и результатом. Ви виграли в Ліоні фінал Кубка Кубків, обіграли Атлетіко Мадрид з рахунком 3-0. Ви забили перший гол головою, Анатолійович, головою. Це мій конек. Важно в перші ж хвилини матча показати свою силу суперникам. Ігор Біланов. І ще один удар. Ну от, то, чого ми з вами дуже ждали. Відкрили рахунок в тому матчі, да, перший гол забили, потім Блохін і Євтушенко забивали. 3-0. Але я про інше хочу запитати. 2 травня 1986 року. Ви граєте в Ліоні. Відповідальний матч. Матч, ну, напевно, на той момент найбільший матч в вашій кар'єрі. Але 26 квітня 1986 року сталася дуже трагічна подія. В 100 кілометрах від вашого дому вибух на Чорнобильській АЕС. Розкажіть, от ви далеко від сім'ї, ваша сім'я тут. Як ви це сприймали? Як ви до цього ставилися? Як ви це переживали? Як можна налаштуватись, сконцентруватись на великий, найбільший футбольний матч свого життя, коли там така біда, і ти не знаєш. І ти, ну, це страшно насправді. Твої рідні близькі там, поруч із бідою. Ну, візьмемо так. 26 апреля, моє день рождення, мені 25 років було. Ми грали зі Спартаком Московським в этот же день.
То есть мы отыграли игру, а нас забирали 26 грамм, до 24 с утра нас забирали. А по-моему, еще даже и раньше, почему же с кем-то мы играли, или что-то такое было. Да, по-моему, нас освободили от сборной, чтобы мы могли подготовиться к финалу. 24 числа обычно мы большинство, хоть и Киев наш не резиновый, но большинство семей, которые, ну, я с Луганска, там, жена с Луганска, тот с Одессы, там, с Одессы. То есть 24 числа, зная о том, что 24-го мы заезжаем на базу, 25-го, 26-го играем, а 27-го потом на базу, и 27-го мы там улетаем во Францию, там, в таком плане. То есть нет вопросов. Ну, мы сыграли игру, сидим спокойно. А у Вити Чанова жена работала медсестрой. И Витька приходит, он такой говорливый, ну, как бы говорит много, но иногда может подшутить, там, думаешь. Говорит, сейчас столько народа в больницу, жена звонила, говорит, везут. А что? Говорит, да, ничего не поймешь. Ты же понимаешь, не поймешь ни на вкус, ни на нюх, ни на запах, там, ну, ни на что. Ты не можешь, не видишь его, что это такое вообще происходит, радиация, что это такое. Конечно, первые, и потом мы улетели. Жены там поразлетались с детьми, там, разные, они не зная даже об этом. То есть, ну, просто так было. И постепенно, когда прилетел туда, во Францию, начинает общаться. Я имею в виду и с французами, и с Кириллом, говорит, это, говорит, радиация, которая убивает там, ну-ну-ну-ну, и пошло. И тогда мы начали врубляться, что вообще происходит здесь. Что происходит? Говорят, люди там, фотографии на площади Победы, там были аэрофлоты, люди не могли этих самых. Оставшиеся жен, которые остались в Киеве, то, их посадили на Динамо-Киевский автобус и вывезли, я не помню, куда-то, на Москву или куда-то, чтобы они могли разлететься по своим городам. То есть, это у нас была возможность, у некоторых не было. Но я думаю, что, как бы сказать бы раньше людям, может, и руководители не знали об этом, ну, скорее всего, наверное, знали, ну, я не знаю точно. Надо было сказать, конечно, это жутко, это вообще непонятно, почему ты же не видишь, невидимый враг какой-то ходит, как сейчас коронавирус, где ты его видишь? Ты, ну, да. То есть, такое понятно. Вот это было самое. И, конечно, мы, зная эту всю подоплеку в течение 2-3 дней. Вы готуетесь до матча? До матча, да. И каждый же там звонит, каждый можно было звонить там. И думаешь, да-да-да. А тем более, чтобы люди там, которые поставили, чтобы им еще испоганить всем настроение, еще сыграть плохо, скажем, то это невозможно. То есть это невозможно. То есть мы готовились на все 100%, думая не только о близких, а и о всех людях, которые 1 мая вышли на демонстрацию показывать свою силу воли. Там, я не знаю, или заставили, там, конечно, скорее всего. Но я думаю, что лучше бы такой трагедии не было, это стимулировало еще больше. То есть, а что Лобановский говорил? Не пам'ятаєте? На этот план, значит, ну, перед грою, от що? Ну, скажу так, у нього он коротко. Ну, 5-7 минут там объяснил, хто де грає, типу. Ну, і надо вийти. Он не напоминал о том, що произошло. І так он понимал, що всі понимают об этом. То есть надо, ну, вийти играть спокойно, нормально, то есть ми не слабее, і помнить о тих людях, которые там попали в беду. То есть все, вышли, обыграли, и потом нас сразу забрали в Москве, оставили нас за сборную, к чемпионату мира готовиться 86-го. А Серега Болтача и многие другие там поехали в Киев. Когда увидели этих людей, которые встречали на ЖД вокзале, тысячи люди пришли, не боясь ничего, это уровень, это любовь, да. Это любовь. К футболистам, и, то есть, и благодарность им за то, что люди получали удовольствие и любили, и как-то нас, и, ну, я имею в виду, как футболисты. Народная команда, да? Да, да, была украинская народная команда, я скажу так. Причем я не поедешь в Ереван, там тоже болеют, там по всему Советскому Союзу. Я думаю, что это не просто, что мы там динамоки, а, наверное, за качество игры, наверное, за, ну, за результати, наверное, так. Знаєте, що хочу вас запитати? От зараз було святкування 30 років УАВ. Вийшов Білану, дуже тут так атмосферно, він виступив, ну, чесно, так, легендарна особистість і настільки от легко, душевно, класно, з Одеси, да, з одеським гумором. І от він таку історію зачепив, що постійно вони з Блохиним сперечались, хто швидше біг. Хто швидше біжить на той момент.
І от в кожного з них своя правда. Розкажіть нам правду, хто швидше біг, Біланов вже... чи Блохін? Ви знаєте, я скажу, Вітя, я скажу одне, що іграти в середній лінії з такими нападаючими, як ці два, одно удовольствие. Я получав удовольствие, що один опитний, швидкий, другий молодий, швидкий, резвий. Тобто можна було їх знайти передачі везде. Тобто ігроки взагалі топ-ніво, я як говорю. Вообще это, ну, не знаю, как-то даже можно не сказать. Ну, я думаю, что Блохин более дистанционная скорость, а Биланова более скоростная, такая, стартовый, более там 10-метровка, там такая, там 20 метров. А Блохин, ну, если посмотреть Олега Владимировича Блохина, мяч, который он забил в Баварии, то есть со своей половины поля обогнал всех, там, ну, короче, ну, что говорить. Причем, знаете, говорят, что есть, как в футболе такая, ну, всадник без головы, то есть бежит, а сам не понимает. А эти со скоростью, с умом, с видением поля, красавцы просто. Если бы можно было еще поиграть бы лет 20, еще поиграл бы с такими нападающими, как они. Честное слово. Почему? Потому что понимают с полуслова, скорость есть, то есть. Ну, в таком плане. Ну, великолепно. То есть это самые такие мечты, которые сбываются иногда. Хотя я и сам не понимал, как шел Кинамхи, что я буду партнером Блохина или... Ну, как вы не разумеете? Дивіться, Блохин 52-го року, да? Він старше вас на 9 років. Да? На 9 років. Да, да. Ви приходите в Динамо Київ, і в цій команді є Блохин. По-перше, володар золотого м'яча, титулований кумир дитинства. Розкажіть, яким він був от в роздягальні, яким він був, ну зараз я розумію, що там в силу віку неправильно таке слово вживати, але я, ну знаєте, от ми беремо колектив, пацанячий колектив, да, футбольна роздягальня. Яким Блохин був от в пацанячому колективі, яким він був з вами, не з болівальниками, а з тими, хто, ну хто був пас віддавав, з ким він там обідав, вечеряв, снідав, з ким він проводив 300 днів в році на виїздах, яким він був? Ну, для мене, лише для мене. Да. Во-первых, первое, я когда пришел в Динамо Киев, увидел Блохина, там, я сейчас скажу, что первый раз, когда живьем, как бы, вроде, играли против друг друга, еще в Заре Луганской я играл. И второй раз меня вызвали в Одессу на спартакиаду народов СССР в 79-м году с Зари Луганской. Ну, наверное, для того, чтобы и так оно и получилось. Валерий Васильевич хотел поговорить, пообщаться, чтобы меня забрать Динамо Киев. И когда вышла киевская Динамо на построение, на зарядку, когда стоят Блохин, Буряк, там, ну, Бессонов, Демьян, все игроки, которые... Ну, не стесняло бы, я где-то там с крайку стал, там как-то уважение. Не от того, что я их боюсь, а от того уважения просто, что люди... Люди прошли такое, что и повыигрывались. Когда Блохин, ему достаточно одного взгляда, там раз посмотрел, то есть непонятно, там так сделали, ну ты вообще нулевой, знаешь, там, знаешь, ну таком, вот так вот было. Да? А слово, конечно, это у него это, ну, весомое, когда говорит. Без всяких нервов, без всяких скандалов, я, ну, лично для... Ну и самое главное, я в первый раз попадаю, то есть несколько тренировок, и я попадаю с ним в пару. В пару, то есть я его должен носить на руках, на плечах, из подготовки. Я его так нежно брал, чтобы он, не дай бог, этот... Ну я его так думаю, напрягся, думаю, оп, всадники, да, там, раз. А он как пушинка, елки-палки. Ну вообще... Он говорит, я не буду это делать, у меня спина болит. Ну, он меня толкал в эту самую спину, так бежали. А я его носил, и так. Ну, а потом потихонечку притерлись, как-то вроде, ну... Никаких не было, честно, не то, что я там сейчас боюсь что-то, я посмотрю, никаких не было, никаких проблем. С уважением относились друг к другу, и я рад, что у меня такой был, как бы сказать, и учитель, с которого можно было брать пример, и рад, что посчастливилось мне играть с таким футболистом. Ну, в раздевалке, вот Бурчун, когда погано что-то? Ну, немножко да, но, наверное, это, он был старше всех, когда я прошел. Старше всех, конечно, ему что-то там не нравилось. Ну, претензии такие, не такие, что там прямо, да и вообще, что-то ударили сюда, холодно, ну, вот так вот такое. Ну, мы все привыкли к этому. А чтобы он бурчал, как старый дед, не, ну, так. Потом посмеемся, поговорим, разошлись, все разные стороны. Ну, слово его малого, да, в раздягании, ну, он мог стать, там, напихать. Ну, возьмем так, да.
Ну, как бы вроде не так, что ты там пошел. Нет, ну, почему? Соберись там. Ну, там как-то аккуратно, так. Да? То есть, да, ну, а ну, ну, смысла нету. Потому, ну, что там у них? Если да? Есть люди, на которых ты кричишь, они еще более ежистее становятся. Ну, один из этих это я. То есть, что? Да ты сам на себя посмотри. Ну, встал, все закончилось. Это, ну, надо как-то... Но перед этим, если ты кричишь на кого-то, кому-то даешь советы, кому-то, ты должен сам не ошибаться. А то, что я тебе через 5 минут это вспомню, когда ты там остановил или тебе там... А Блохину могли напихати, хтось міг? Та ні, ні. Я такого не... Ну, може, там що-то побурчав хтось там втихаря, щоб ніхто не слышав. Ну, а так, от, ну, в колективі він не був там з верхнім, ну, в мене золотий м'яч. Ні, нормально. Зі всіми за столом, все нормально. Знаешь, шампанський пив з вами? Ну, звісно, да. Я скажу так, якщо б я не знав, що це Блохин і золотий м'яч, я б і не узнав, якщо я знаю, що це Блохин. А якщо б я його не знав, ходить парень, як мужчина вже, як би, вроді, старший нас чоловік, ходить нормальний парень. Я ж говорю, що якщо б я не знав, що він золотий м'яч, він Блохин, я б в житті б не догадався, що він виграв це. Тобто по поведінню, по цьому самому, по всьому. Ну, візьмемо примір для многих, і, ну, це нормально. Ваш перехід в Ювентус в 88-му році став рекордним трансфером радянського футболіста. За вас заплатили 5 мільйонів доларів США. Крім того, парсігар отечественний, теж 3. Куртка замшева. Куртка замшева, да. Окрім того, 3 автомобілі Фіат, клубний автобус для Динамо Київ. Ювентус оплатив ремонт бази Динамо. Окрім того, радянське керівництво домовилося, щоб власники концерну Фіат переустаткували заводи ВАЗ і ЗАЗ. Два питання в тому контексті. Ви на той момент ви знали про умови угоди? Про умови? Ну, про трансфер знав, а про це, звісно, ні. Це бонус. Знаєте, як зараз дають бонус? Ну, ви розумієте, що цей бонус, в принципі, от ця угода, вона виходить за рамки простого трансферу футболіста. Вона десь більше нагадує торговельний договір між двома країнами. Ну, я думаю, що так, це хорошо. Це хорошо, але хоча я не знаю, ну як-то... Наверное, це хорошо. Пусть чоловік, люди... Тем более уже была перестройка, уже там было, то есть движение в Европу. Если я помог чем-то, то пусть это я рад за это, пусть люди занимаются своими делами. То есть я играю в футбол, они делают свое дело, то есть это нормальная вещь. Но самое главное, что вот Валерий Васильевич молодец. То есть и клуб, и машину, и для клуба. Не для себя лично, а для клуба, чтобы клуб был. В клубе было, чтобы мы солидные, мы же Динамо Киев, мы не на Икарусе ездим, например. Хотя хороший был автобус, не то было, а ездим на Ивеко там или на чем-то там таком. То есть мы же клуб, мы солидные. То есть это молодцы, то есть в таком плане. Но если бы не главное, еще как бы вроде не забыли про меня, самое главное. А то контракты подписали. А забыли про вас? Ну, нет, они не забыли, но просто на то время... Ну, что-то в Википедии написано, 1200 долларов зарплата. Ну, это... 1200 пусть... долларов, типа 600 рублей, что ли? Ну, это так, это Ювентус там уже с другой стороны там занимался. То есть, такой плане. Конечно, как ты можешь получать зарплату больше, чем посол СССР, блядь, в Италии? Как ты можешь получать? Какой? Кто бы ты не был? То есть, наверное, скорее всего, это лично, это такое дело, что это, ну, нельзя говорить. Чего? Ну, я был доволен тем, что у меня было, что Ювентус как бы вроде, ну, зарплату вносил, то есть, в таком плане. Ну, дивіться, у вас був варіант перейти в Барселону. І Ювентус. Ну, Ювентус дав 5. А що ваше слово? Щось? Ваше слово важило щось? Ну, Валерій Васильович визвав і говорить. Троїх приглашають. Одну я, говорить, не можу на це пойти. Лобановського, Протасова, Михаличенка і мене. Тобто вони хотіли зробити його немножко з опозданням. Тоді ж можна було тільки, щоб три іноземці грали. Я пам'ятаю, в Мілані голландці грали, да, в Інтері німці, да, Бреме, Клінсман, Матеос, да, там, ну, Гулі, Ван Бастен, да, Райкер. В Наполі южноамериканці, да, Карека, Марадона і захисник, Алімао. Алімао, да. Тобто і так же, эти, да, плюс тренера свого, то есть, который знает. Ну, Валерій Васильович, это самое, как бы вроде, он был тренером уже сборной. Чемпионат мира 90-го года впереди. Наверное, из-за этого он
не это самое, не согласился. И, соответственно, как вроде как старшего, я мне 27 лет было, и ребята мои, и Протас, они, и Михаил Черков помоложе, то есть постепенно должны были доехать до этого. Ну все, тогда я первый поехал. Ну, вас не пытало, вы хотите в Ювентус, вы хотите Почему? В Барселону? Почему? Не, он говорит, что ты знаешь, что, значит, тут пришло приглашение, поедешь в Италию, в Ювентус играть. Я говорю, я даже не, ну ты поедешь, давай, то есть, только мы сейчас об этом не говорим, я твое согласие, а потом мы разберем. Я потом, я имею в виду, я не знал, о чем это потом, а потом все подъедут наши, да? Ну я имею в виду, угу. Те, которых приглашали. Я говорю, ну давайте, что, и попробую. Все, угу. Говорит, хорошо. Ну зараз бы поставили вам выбор Ювентус чи Барселона? Здесь даже не в деньгах дело. Я думаю, что для Барселоны я больше бы ходил. Потому что, почему? Потому что ну, там более, может, такой футбол более ну, открытый, ну, более, что можно более, больше импровизировать. В Италии это, как сейчас здесь на Украине у нас, все сзади. Мастерство, я извиняюсь, не такое мастерство, как в Италии. Ну, все бьются. Да. А там тоже открытого футбола не получалось. То есть все время люди получали удовольствие от отбора мяча. От передачи, там, от подката, то есть наработали все на этом. Ну, тоді Італія ж була номер один взагалі в світі, чемпіонат Серії А була найсильнішим, як зараз англійська прем'єр-ліга. Да, то есть, це було престижно туди попасть і грати там і в такому плані. То есть. Я думаю, що я, наверное, скоріше всього, правильний вибір. Правильно, да? Ну, проблема наших, ну і мене, як першого відкривателя, там, проблема – це теж треба знати. Во-первых, уже надо быть европейским человеком. На то время еще я как бы вроде нормальный, добрый, хороший, там нет вопросов, все. Язык надо знать обязательно, чтобы ты мог как-то это сам, не сидеть бурмылой там. Ну, да. То есть немножко надо было перестроиться. Или хотя бы через полгода уехать, заранее изучить там как-то это самое, а потом поехать, чтобы это. А так не окунулся. Раз, помощники то были, но это все равно надо. Ну, если тебе президент говорит, у нас дела есть важнейшие для тебя, ну, для клуба. А мы через переводчика не разговариваем. То есть это третье лицо, которое... То есть это правильно, это нормальная вещь, потому что... Давай быстрее. Ну, я где-то через там, 3-4 месяца начал понимать. Говорить сложнее, а понимать. Это... Ага, все врубился, все хорошо. И потом пошло. Потому что когда с переводчиком или... Ходишь, ты никогда в жизни не выучишь язык. Так а что за дела такие, что важнее? Это уже покрыто туманом. Анатолий, уже сколько часов... Ну, это финансовые дела, которые... Ну, вам, смотрите, вот вы приходите в Ювентус, да? И у вас $1200 зарплата. Я думаю, что... Ладно, посол Советского Союза, ну, хрен с ним, с тем послом. Ну, футболисты, ваши партнеры по команде зарабатывают, ну, чуть-чуть побольше. Чуть-чуть, в скільки разів? No. Ну, так підняли получилось. Зарплату? Так получилось. Підняли зарплату, так що посол не підняли, знав. Підняли, да. А, оця тема, да, була без переводчика? Да, без переводчика, треба це саме. У шкафчик положили деньги, і все, і пішли. Налік? Ну, а как, да, ну, по-другому как, ты же там все следится, и то не всегда, это я бы вообще не хотел говорить, чтобы там людей не это, хотя уже много лет прошло уже. Так да. А что, ну, вы зараз зовете $1200? Ну, да, ну, то есть в таком плане, это был официоз, а там уже, потом плюс реклама, это Ювентус занимался, то есть подбором, как и сейчас, там Рональдо, он, угу. Клуб платит там миллион. А вы что рекламовал? Ну, я больше бутсы, одежду, там, Лота сначала, а. Потом я Диадора, одежду меховые эти самые, потом туфли итальянские, там, то. Рекламовала, да? Модель? Да. Класс. И богато? Ну, и что платили? Там, а что платили, расскажите? Ну, платили, Ювентус нам договаривался, по $20 000, по $30 000. Там можно жить? Ну, да, то есть за счет того, что ты... Не только я, многие футболисты, которые, они под рекламой. То есть ты прошел, прорекламировал. Или забрал подарок там в виде чего-то, да, или там это самое. Или не но в Радянском Союзе этого не было, что надо близко. Ну да, то есть такое, ну, это было, то есть не только что контракт, если вы сейчас посмотрите, там Месси подписывают, Рональдо, это же не что, зарплата там хорошая, но это за счет рекламы. Он поехал в Китай, где-то там вышел, и клуб вернул его зарплату. Там, да. То есть, соответственно, это уже у них давно, это уже у них так сделано. Ну, добре, якщо ви в Радянському Союзі, ви викладали гроші на збиркнижку, ну, так їх багато, то, до речі, скільки у вас згоріло? Ну, 1150, наверное.
Господи. А в Італії? Ні, в Італії що чітко. Чек давали, що я знав. Чек давали, давали, ти йшов. Перед тим, щоб дати чек на зарплаті, сидить доктор Джуліано, ну, фінансовий директор, президент, ну, їм сообщає, ти приходиш, він тобі говорить, значить, відповідно, давай там язик учи, треба там щось там то. Тобто бесіда ведеться. Віддає тебе чек, іди в банк. Тобто не, люди предпочитали так, що на, а ти сам уже йдеш в банк, ложиш чек, це саме. Тобто було в Ювентусі так. Не так напрямую перечислили, а просто так було. От, ну, все. Так на що там гроші витрачали? Ой, Боже, ох, не знаю, я, если честно сказать, я не знаю. Помогал братьям здесь, там, то машины покупал, то, ну, такое, такое. Конечно, и что-то ж надо, надо оставить. Квартирку в Турине? Домик, да. Домик да, в Турине? Да, стоит до сих пор. Еда? Да. То есть в таком плане, почему я так говорю, что ну, можно, можно это самое расфыркать, нет вопросов. Ну, как ви, там? Ну, ви не стих оце. Ні, я теж можу це саме. Ну, в пределах розумного. Це ж не то, що там. В пределах розумного. Почому? Тому що, ну, то... Я думаю, що тот, хто кому ти там віддаєш, зжиганеш, він подумає, ну, дурачок. Тобто, такого плану. Він не скаже, що ти молодець. Блин. Так, а домик в Туріні, ви туди приїжджаєте, чи що він? Здаєте здає, його? Здаю, здаєте, да, в оренду. Да. Ну, нормально. Анатолійович, а ви володіли інформацією, що ваш трансфер в Ювентус рекомендував Ювентусу особисто Платіні? Що він бачив, він закінчував, да, тоді? Ну, він мав хороші контакти з... Він вас визнав своїм спадкоємцем. Платіні – легенда Ювентуса. Він в середні 80-х, він тричі поспіль золотий м'яч виграв. Я скажу, що, во-первых, перший ми... с ним, сейчас скажу, когда это было, в 88 году, в 88, да, ну вот мы две игры, а, со сборной, когда, ну, со сборной, ну, видно, скорее всего, что-то там, что-то произошло, я да, не конечно, говорю, да, вы видозило так, что да, женитесь мало на так них. Говорят, но я не знаю, было ли это на самом деле или не было, просто. Потому что я с ним дружен уже много лет, и об этом мы, это самое, он это ихний выбор. Может быть, был звонок какой-то там, что-то. Порадовать, да, что ты думаешь? Во-первых, перед тем, чтобы купить игрока, они, наверное, следили. Следили, начиная не год, наверное, следили. Там, в 88 году там турнир, это мне Бониперти, ну, президент Ювентуса говорит, что говорит, мы в 88 на турнире, когда Аргентину обыграли, и, ну, короче, шведам там проиграли. Аргентину обыграли, мы 4-2 Аргентину. На турнире в Германии, в Западном Берлине. Обыграли. А вы же забыли, то есть, да, да. И говорит, вот с того пора, то есть мы решили, чтобы они или сказал, чтобы это сам. И они же, видите, они же не могут просто там, им надо глобально подойти. Интерес страны, интерес свой. Я думаю, что все выиграли от этого, я скорее всего думаю. Ну, на вас тиснула вся відповідальність спадкоємця Платіні? Ну, я в то время, ну, конечно, журналисты сравнивали, то есть, в таком плане. Но как-то было не очень как-то удобно, как-то не в своей тарелке, что тебе сразу, что ты должен что-то там такое делать. А рівень життя? От ви з процвітаючого соціалізму приїхали в загниваючий капіталізм. Ну, это политическая сфера. Короче, что... Ну да, конечно, что под рукой все, не надо бегать, блядь. Да что я ругаюсь? Да нормально. Не надо бегать по магазинам, собирать, чтобы семье оставить там колбасы там какой-то, чтобы пока ты уедешь. Чтобы он пошел туда-сюда, купил. И стало как-то неинтересно. Не до той изюминки, которую надо где-то достать что-то. А привыкла, да, диставаться, да? Азарт. Что вас здивувало найбільше? Там, в житті, в побуті. Ну, такого, щоб, ну що, я ж то поїздив, поіграв, то все, я видел і машини, видел, і дома, і квартири видел, там, тобто нет ніяких. Ну, просто мене, я ж кажу, удивляє, і до сих пор я не можу понять, чому при таком, сейчас то нет, они работают, Липпі, наприклад, работают совершенно по-другому. То есть, на то время мы столько, они столько, и они чемпионы мира, а мы обладали Кубка. То есть, понимаешь? Вот это меня удивляло все время, почему это так. Англомовна Вікіпедія зазначає в статті про вас, незважаючи на талант і репутацію одного із найбільших гравців в історії Радянського Союзу,
його час в Ювентусі був менш успішним, і він не зумів виправдати сподівань у серії А. Нестабільні виступи, нестача влучності перед воротами викликали критику преси, яка також відзначала його несподівану недостатню працьовитість на полі і роботу без м'яча. Його також критикували за нестачу впевненості, малу ефективність як асистента для команди. Через його нерішучий характер і нестачу лідерських якостей, аби вести команду за собою, так і не зумів зайняти позицію, покинуту Мішелем Платіні. І до сих пор Дель Пєро тільки, по-моєму, появився у них. Це от те, що написано в Вікіпедії. Ну, да, ну я ж да. Читати... Ні, ну, у кожного є своє мнення. Да, ну дивіться, я ж далі чуть-чуть. Да. Дивлюсь на цифри. Я, ну, як цифри. Правильно. Перший сезон. 32 матчі в серії А. Це при тому, що дві заміни можна було робити. Не да. 5, що зараз можна ну, да, да. Там, ну, під прем'ялочку вискакувати. Да, да. Да? 32 матчі. Другий сезон. 28 матчів в серії А. Перший сезон – 2 забиті м'ячі, другий – 4 м'ячі, 5 гольових передач. За 2 сезони в серії А ви зіграли 60 матчів. В найсильнішому європейському чемпіонаті свого часу. Ви виграли Кубок Італії, ви виграли Кубок УЄФА, але в Кубку УЄФА фіналі не грали. Ну, там, запасі там, да, грав. Як ви самі оціните свою кар'єру в Ювентусі? Я скажу так, що я мог би, наверное, лучшим сыграть. Но я скажу так, это не оправдание, я просто... Ну, не, мне цікаво ваша думка. Футболист поймет. Я провел чемпионат СССР, отборочные игры чемпионата мира, чемпионат Европы отыграл, и после Европы практически приехал сразу это самое. Я думаю, что меня подкузмило обычно, так возьмем, ноябрь, декабрь, то есть я имею в виду, что, ну, наверное, я чувствовал, что я... Пливу просто, потому что весь год играть на самом высоком уровне, это немножко сложновато. Хотя мне говорили, ты возьми любые там, 2 недели, 3 недели, едь с семьей, отдыхай куда хочешь. Куда скажешь, туда и поедешь. Но я ж воспитан же, как же я оставлю... Ну, советский футболист. Я ж оставлю, руки нет, а ты, ноги нет, а ты беги, ты понимаешь, то есть в таком плане. Это, вот надо было надо так поставить. Да это вот я вошел. 90-й год уже пошел нормально. Пошел. То есть мы хорошо играли, то есть нет вопросов. Пока где-то начинается концовка, март, наверное, что-то Динозов поменял ко мне вообще отношение. Чего? Ну, не знаю, потому что, как мне, ну, когда своим приходишь, говорят, что чемпионат мира ждет 90-го, да, СССР на то время конкурировал, потихонечку. То есть я играл чемпионат, Еврокубки играл или не играл, то есть он мне Еврокубки не это самое. А правда, что Динозов говорит, что больше никогда не буду працювати с футболистами из Радянского Союза? Нет, это я другой говорил, это... И после Динозова пришел. Кто? Ну, я не помню, он Болонью тренировал, я не помню, Ризотто, там, Питотто, как-то я так его зовут. Ризотто, это смачно. И он это, сразу же всех поубирал и немцев взял. Ну, поработал полгода, его выгнали. Ну, все, пусть не работает. Не в этом плане. То есть Ювентус для меня это история уже, это Ювентус отношения хорошие к футболисту, потому что для них футболисты, они работают для футболистов. То есть, ну, и практика, и обучение, посмотреть, как люди работают, как люди и отдыхают, то же самое. То есть, ну, интересно. Ну. А где краще відпочивал, в Динамо чи в Ювентусе? Ну, в Ювентусе больше времени было отдыхать, в таком плане. Ви багато розповідали про вашу дружбу з Мішелем Платіні, як він запросив вас в Нансі потім. А скажіть, у вас є його номер телефону? Звісно, є. Ви можете в будь-який момент його набрати, ні, ну, запитати, як справа? Бути, ні, в принципі. Ні, просто написати і потім можна дзвонити. Ну, да. То есть, если он даст согласие, вдруг он там сидит на каком-то совещании или что я буду. Это, конечно, есть. И просто это не то, что он там президент был УЕФА. Ну, просто мы раньше и в Нанси вместе были, и дружили, и не только мы, и семьи. То есть, ну, сейчас было 60 лет, он меня поздравлял. То есть, я его 55-60, тоже 65. Ну, то есть, Все нормально, то есть на меня не повлияло отношение к нему, там, чтобы про него писали. Ну вот, не, это ну да, его дисквалифицировал на 8 это років, неправда. Потом на 4 скосили. Да. Я не верю в это, зная его, я не знаю, ну, попав политика. В жернова політики? Політика, да, конечно. І ви, ну, от ви спокійно, ви з ним спілкуєтесь, тобто на вас ця історія ніякого впливу не мала? Конечно, ви... нет, да, что я должен прятаться от него, что я...
нормальный человек, чтобы прятаться. Наоборот, надо человека как-то поддержать. Как-то. Так он еще борется. Борется. А его жена это вообще тяжелее перенесла это все. Он молодец. Сильный, да? Сильно особисто? Да, да, конечно, ну, конечно. А ви французьку в порядку? Ну, нормально, да. Нормально, да? Я чув кулуарно, да? Я чув, що ви і ваша дружба з Платіні зіграла велику роль в тому, що Україні вдалося не отримати, ні, а втримати усе от право проведення чемпіонату Європи 2012, коли тут в нас інфраструктурно не встигали по якихось параметрах, були проблеми з виконанням робіт вчасно, да, вчасний термін. Платіні тоді був президентом УЄФА, і ви своїм знайомством сприяли тому, щоб все-таки ну, от довіритись Україні, що все буде добре. Я скажу так, що... То есть более высокого уровня люди, то есть общались с ним, то есть уверяли его, все нормально, все нет вопроса. Я там его не уверял. Почему? Потому что... Но вы их звали. Ну, как бы вроде ближе они стали. Ну, то есть все это самое. Но в концовке, как обычно, мы пересекались, там, я тоже в группу какую-то ходил, там, водили, рассказывали, звонили. Там, ну, я говорю, ну что ты? Я говорю, нет вопросов. Все в порядке, будет все в порядке. Да ты, блин, посмотри, что-то творится. Ну, все будет хорошо. Ну ладно, хорошо. То есть в таком плане. Хотя я знал, что он вот так вот, и сразу чемпионат Европы будет в Германии. Вот так вот, раз, и в ФРГ уехала чемпионат Европы. Украину и Польшу забыли, сразу. Это на грани было, на грани. Я не говорю, что я там подействовал там так сильно, но вразумить людей... которые там некоторые вопросы принимали, надо было. Почему? Потому что иначе не было бы чемпионата Европы. Это 1000%. 1000. Почему? Потому что это как друг. Почему это его слова. Это вы меня как бы вроде немножко подводите. Ходите там, у вас у кого лучше машина у вас, там жена, дом. А мне, говорит, пофиг, где, как. То есть такое плане. Мы думаем, что мы наворочены, а в глазах... В глазах другого человека мы не как бы вроде то, но не то. Дело, да? Ну да, самое дело главное мое. Дело, да, дело, а потом гуляйте смело, то есть в таком плане. И я знаю, что не только я, и там многие организаторы дружат с ним, я имею в виду, в каком плане, в хорошем, в плохом, ну как бы в хорошем, конечно, дружат, наверное, остались друзьями после всех событий, которые произошли. И многие поддерживали его, я знаю. Знаете, что один цікавий момент? В 1990 році ви зіграли свій останній матч зі збірною Радянського Союзу. Це був матч чемпіонату світу проти Камеруна, правильно? Так, да. Ви забили? Тоді м'яч забили, виграли 4-0, ну вилетіла збірна, да, тому що програли Аргентині і Румунії, да, програли два матчі проти. Тобто 90-й рік проти Камеруна, останній матч групового турніру чемпіонату світу в Італії. 90-й рік, вам 29, але після цього у вас нема жодного матчу за національну збірну України. В 92-му році була створена збірна України, почалася історія збірної України, перший матч проти Угорщини. Вам був тільки 31 рік. Ви грали в Європі, ви грали в Нансі. Чому ви не зіграли ні одного матчу за збірну України? Ну, перше, що не було приглашення, раз. І, во-вторых, я думаю, що, скоріше всього, на то время вже молодіж, яка була нормально виглядала і хорошо грала за збірну. Там Ребро, не знаю. Та ну куди? Ну, така. Я думаю, що так. Ну, ні разу. Да, 92-му году. Ну, точно, 31 рік. 31 рік. В 92-му году. Я в феврале 92-го года в «Экипе», журнал, и потом «Франс-футбол», там даются это самое, ежемесячное сборное место. Я февраль-март на первом месте с Нанси. Да. За мной Папан, Жан-Пьер Папан, там Кантона. И я думаю, ну наконец-то может меня... Жан-Пьер Папан? Жан-Пьер Папан, да. А мы его знаем, Жан-Пьер Папен. Папан, ну, может, Папен, но Папан. Да, ну мы так его тут называли. Да, Жан-Пьер Папан. Это самое. И
Думаю, ну может что-то кто-то там обратит меня за рубежом, вроде там туда-сюда играет, что-то так. Нет, ну оказывается, там же Бышевец тренер был, да. Ну, то есть, соответственно, он под свой, как видел, то есть меня там не видел. Сборная СССР, я имею в виду, ага. На чемпионат Европы. То есть, соответственно, это СНГ было, сборная СНГ. СНГ, да. То есть там уже более молодые, пошли, а потом уже я не знаю почему. Не, мені цікаво, збірна України. Вам ніхто з України не дзвонив, ніхто. То есть ви для них, що пропали як футболіст? Ні. Вообще. Ні разу запрошення не було? Ні разу. Ну, серйозно, за збору ніколи. Капець просто. Да. Так що, може, вже читали, що старий, що почому там. Ну, мене нема слів. Ну, я серйозно говорю. Ну, дійсно. Ну, наверное, на то время они могли обойтись без меня, я ж не знаю. Наверное, були игроки, які грали там. Хоча я навіть, ну, не можу сказати, я чесно слово. Ви 15 років прожили в Західній Європі. 15 років. Чому ви вирішили повернутися в Україну? Поступила прошу спочатку в Казахстан. Я уїхав в Казахстан. А потім тут Металіст Харківський я прийняв. Ну і ви залишились в Україні. Чого ж вам тут комфорт? У вас там не краще жити? У вас на всі є якась нерухомість? Ну, є. Звісно, є. Ну що, Значить, виходить така ситуація. Ну, как бы сказать, идет приглашение, от которого очень трудно отказаться. Во-первых, в Швейцарию я уехал сначала тренировать. Ну, я что-то рахую. Да, то есть уехал тренировать, потом, как обычно, такой клуб там, короче, как бы разорился, там, я не знаю. Виль. Да, Виль, Виланов, да. Перепаденко да, были властниками, вы тренером пришли, выиграли кубок Швейцарии. Да. То есть назад идти как-то уже как-то неудобно. Потом мне говорили, ты идешь, ну подожди, стой еще годика 3-4, там туда-сюда, пока опыта наберешься здесь, туда-сюда. Я говорю, да не, ну я сразу предлагаю. Я говорю, пошел. Назад уже нет смысла. В это время приглашение сказал. Я поехал в Казахстан, с Казахстана приехал приглашение в Металлист Харьковский. То есть такое было. И после этого пошло. Я, конечно, связи у меня есть, там были, сейчас уже немножко поменьше, я имею в виду с французским Нанси, то есть нет вопросов никаких. То есть я скажу, что сейчас немножко сложновато, почему с этой коронавирусом, со всеми какими-то непонятками, что творится здесь. А раньше это было нормально, были футболисты, были, вот я как вспомню, там и Закарлюка, и Биньо Юрка, и Мизин, так, они хотя были уже ветераны, то есть которые могли сделать передачу, которые могли серьезное дело, за которым идет футбольный клуб и команда на футбольном поле. То есть как-то воспринимал это как в свої года. Це в Арсеналі було у вас. Да, в Арсеналі. Я вже не говорю, що Динамо Київ, Шахтер, там я не говорю. Просто... Дніпро, Чорноморець. Вам комфортніше тут жити? Ви можете жити в Європі, ви можете жити в Франції, ви можете жити в Італії. Я думаю, що де є робота, там ти повинен жити. Блин. Где є робота? Де є робота. А тепер, дивіться, от футболіст, ну, ще раз я повторю, тут просто це констатація факту. Вони подумають, що це вам комплімент. Просто хто не вірить, подивіться цифри, подивіться статистику і подивіться музей, да, давайте скажемо так, трофеї. Футболіст світового класу не заробив собі в час футбольної кар'єри грошей на, щоб не працювати зараз. Інтересно це бачити. Ну, представляю, да, хорошо, нет вопроса. Я можу зараз, не можу вже давно все бросити, нет вопроса. Ну, що дивіться. Далі? Перше питання. Встав з утра. Ви можете дозволити собі все кинути, вас вистачає на шампусик, прогулявся з собакою, з внуками погрався, там повечеряв і все хорошо. Это можно, но ты считаешь, что себя уже похоронил. Почему? Потому что скучно. Ну, конечно, скучно. Ну, всю жизнь двигаться, всю жизнь там то, все. Даже не там популярность там или знаменитость, это даже не то. Ну, просто идёшь на работу, просто на тренировку там и как-то это самое. Это настанет время такое. Это настанет время, когда уже не будет сил тогда или как бы вроде уже все надоест, тогда ты уже можешь там переезжать, что там внуки, ходить с ним, хотя уже внуки по 11 лет, по 13, уже повырастали. То есть это не мой стиль жизни. Можно было уехать, уединиться, там сидеть где-то на Корсике, блядь, или там отдыхать себе. Но ты понимаешь, как это в фильме, обратно фильм о море, как сеньор Робинзон, обратно о море, ты понимаешь? То есть, ну это не в моем характере. Хотя некоторые, может, их могут так, я не могу так, я, честно слово, не могу. Не сидиться вдома, так? Да, ну как-то вроде да, как-то вроде да. Можете собі дозволити сидіти вдома, але не сидиться. Ну, нет смисла. Ну, зачем?
Во-первых, первое, ну как-то ты еще вроде как-то вроде двигаешься, вроде как-то, как-то на виду более-менее. Там, ну такого вот спокойно не хочется, да? Да, не хочется, пока нет. Нога на пока ногу, нет. Червоная, червоная. Сейчас я уйду на пенсию еще во Франции и все. Ви працювали в тренерському штабі Михайла Фоменка у збірні України. Ваш тренерський штаб вивів збірну України в фінальну стадію чемпіонату Європи, вперше в історії пройшовши кваліфікацію. Ми до того грали на Євро-2012, але ми були господарями. Да, тобто ми вперше, ваш тренерський штаб вперше в історії пройшов кваліфікацію на чемпіонат Європи. Дві історії довкола вашого імені, які мають скандальний шлейф. В цій ситуації. Перша історія, слова журналіста Андрія Сенькєва, цитую, точно знаю, що Заваров отримував гроші за те, що пролобіював виклик Валерія Федорчука в збірну України. Ваша реакція? Пусть говорять люди. Моя реакція, я оправдуватися не буду. Знаєш, що не зробиш для людей? От, наприклад, я приведу примір. Приведу примір. Значить, я Федорчука, я зараз ще... Значить, приведу примір, смотрите. Платини, Мишель Платини и Григорий Михайлович Суркис, это два человека, которые продвигали, я тебе говорил, продвигали идею для того, чтобы ну, подключать восточные страны к чемпионату Европы, Лигу чемпионов дают, там, для того, чтобы здесь популяризировался... Место проведения, да? Да, чтобы популяризировался футбол, чтобы как-то это самое, чтобы... Они могли, что, за что они мучаются с Украиной и с Польшей? Они могли отдать Германии, она одна провела. Нет, они давай, давай, да. Выиграли, давайте. Там, потом в Киеве Лига чемпионов прошла, потом там в Москве Лига чемпионов. Короче, в эти страны, в Польше там, все идет. Я к чему это говорю? Но неужели надо быть идиотом? Мы можем взять в сборную 15 человек с киевского «Динамо», которые играют, не играют. Они будут сидеть в запасе. Или лучше взять с «Карпат» человека, то есть футболиста, или с «Черноморца». Для того, чтобы люди знали, что мной интересуется сборная. И оказывается, и тренера в курсе, они хотя бы смотрят футбол и видят игроков, которые более-менее, ну, которые могут претендовать. Чтобы показать, все равно, чтобы показать, что сборная. Чтобы показать, что мы сборная, да? И что есть игроки у нас, и, как бы сказать, и на периферии. Я же еще раз говорю. Почему это? Потому что я же говорю, что можно взять с киевского «Динамо» или «Шахтера». Да. 10 человек. И посадить их на лавку. Они тренируются, они на лавке сидят. Ну, Шевченко, наприклад, в нього був, так, була така філософія, що футболісти, які грають в Єврокубках, ну, це рівень збірної, а інші – ні. Ну, у нього таке бачення було, це його право, насправді. Да, я просто, надо було как-то вроде розбавити людей, пригласити других. Немножко, щоб, во-первых, це і конкуренція якась, щоб з того, щоб він приїхав потім назад, куди, я не пам'ятаю, де він, в Карпатах, этот приїхав в Чорноморі, щоб його зборники приїхали. І грати будуть, вони не будуть. Это такое дело. Но я же говорю, что даже в запасе ты уже в сборной уже какой-то, или даже в вызов попал в 25 игроков, ты уже это самое. Я ориентировался на это. Я вам недаром привел пример, как эти люди действуют. Точно так же я хотел, чтобы больше игроков было таких, которые... Фоменко, что... Ну, вы, мнение, я же не могу сам этот привел. Конечно, да, давайте списки дали. А вот я говорю, я предлагаю там то. Хорошо, нет вопроса. Давай. Вы ездили по Украине? Конечно, я часто видел. Ну, что, талантливый парень этот Федорчук, там, Ковальчук, там, и Федор. То есть, нет, я его еще хотел давно пригласить в «Арсенал». Кобина его и Худабяка хотел забрать. Но у нас не хватило денег, и не знаю, Кобин ушел в «Шахтер». Потом еще через несколько лет только ушел в «Шахтер». Шахтал, да. То есть, они мне нравились как футболист, когда я был тренером «Арсенала». Хотел взять, более омолодить команду. То есть, это вот моя это самое. И как вы думаете, мне сколько что надо взять денег, чтобы это самое? Чтобы жить потом спокойно, как ты говоришь. А сколько вам треба? Та мені не треба, пока не треба. Ну, а скажіть, були пропозиції, от, візьміть, викличіть футболіста, ми вам заплатимо? Та, ну ти що смієш? Може, я не знаю, у кого-то другого, у мене не було такого. Ні, ну, у мене на вас ніхто не виходить? Ні, це невозможно. Представляєш, за футболіста или какая-то там сума, ти з репутацією і всіми ділами, ти можеш потеряти все. Ну, я просто не знаю, а тим более как... такая страна, що в любой момент могут люди сказать, та ты взял, а ты говоришь, та я не брал, а ты все равно взял, и давай. То есть, ты понимаешь, здесь оправдываться нет смысла, блядь. Нет смысла, почему? Потому что все равно будут говорить, что хотят. Я высказал свое мнение, то есть в таком плане. А там уже это... Вот так бы сейчас бы взял, подал бы на этого, кто там,
Если бы было цивилизовано, цивилизация была. Если бы во Франции, я бы за ухо притащил бы, а теперь ты мне объясни. И я посмотрел бы, чтобы он бы верещал бы тогда, писал вот эту статью. Пусть ответит мне на миллион евро за мою репутацию. Которую... Суд вымотал? Конечно, конечно. Здесь же бесполезно. Я знаю, здесь самый большой моральный ущерб 12 тысяч гривен. Я что, буду мараться об, это, об эти деньги? Да, во Франции я бы его притащил. Это 100%. Хотя я это вы мне сказали, уже третий или четвертый человек мне это что-то один раз, как бум начинается-то какой-то, и начинает сразу вспоминать. Ні, ну просто цікаво. Я, да, от я объяснил я принаймні, ну, я не, от зараз я вашу позицію слухаю, і люди почують вашу позицію. Ну, от я не чув досі. Да, от я вже говорю. Друга історія. Коли вас зрізали з тренерського штабу перед Євро-2016, включили туди Андрія Шевченка, ви ображені за це? Якщо ображені, то на кого? На Шевченка ви ображені? Ну, я не... Как-то вроде на ситуацию так, вроде. Я не, ну, побежался месяц, думаю, ну и это самое. Почему? Потому что, ну, как-то было обидно. Тем более, это как-то сделано было специально. Потому что во Франции, то есть, как бы, вроде, много лет там был, жил и живу, и играл, и это самое. То есть, как бы, вроде, во Франции, ну что, тяжело было подождать там конца чемпионата Европы, там что-то, чтобы не продлить со мной контракт. Не продлить. Закинчили... Хотя я мог бы сделать, вот мог бы сделать, попросить, то есть, почему мы это делали? И Фоменко, Онищенко, я, Сивуха, у нас контракт заканчивается в ноябре месяце, перед чемпионатом Европы, 15-го года. Что стоило, то есть президент был Коньков, сказать, подпиши мне на 10 лет контракт. Или подпиши хотя бы... Это кумовство? А? Кумовство. Так я за что и говорю. Подпиши мне контракт там, до чемпионата мира, до отборочного... А что вы подписывали до 15-го? Я, ну, листопада? Так, пригласили и работаем, Так сказали работать. А нет, ну так треба ж... Нет, так я же говорю, что... Ну, все нормальные люди... Нет, зависит. Все нормальные люди подписывают зависит, до конца финальной зависит от тренерского штаба. Но я на это не пошел. То есть не то, что не пошел, не начал клянчить там или говорить, давайте там, давайте там. То есть я не говорю, что я спокоен. Ну, по-человечески это все. А оказывается, здесь так нельзя. Оказывается, здесь нельзя. То есть, мне кажется, что все равно, сколько тренеров было бы, блядь, или 5, или 10, ну, 5, там, 6, или 2, или 3, или 4, то есть, можно было как-то по-другому. Ну, это их, пусть будет на их совести, и пусть они не, ну, дивіться, играют. Просто тут теж один момент. У вас закінчився контракт, да, ви пройшли цикл, но не потрапили на... Так вызови за месяц, скажи. За месяц вызови. А, качака. Не, ну тут, ну, честно, ну, ваша штанга, Анатолич. Ну, не, штанга ничего, штабу. Все. Ну, підписуйте до кінця чемпіонату Європи, до там якого, там, 31 липня. Я ще говорю, що... Але з іншого боку, знаєте, ну, дивіться, є тренерський штаб, я головний тренер. Я головний тренер, да? Я виконую роботу, я підбираю під себе тренерський штаб. Мені потрібен в тренерському штабі там тренер воротарів, той помічник тренер по фізпідготовці там, і так далі, тому подібне. Зараз Шевченка, ви знаєте, який був тренерський штаб на чемпіонаті Європи. І мені підходить президент там, федерації, умовно кажучи, да? Або там, хтось підходить, говорить, ні, дивись, в тебе такого штабу не буде. От того не буде, буде той, інша людина буде в штабі. Ну, я ж тренер, я вибираю собі сам тренерський штаб. Людей, з якими мені комфортно працювати. Людей, з якими я відчуваю, там, як говорять, хімію, да, психологічну. Людей, які мене доповнюють, мої знання. Чому Фоменко вас не відстояв? Надо у нього спросити, я не знаю. А ви з ним не спілкувалися після того? Ну, как бы вроде поговорили так, об общем, а так нет, надо у них спросить, у него спросить, там, руководителей. А вы не, ну, от вы не задавали питання Михайло Іванович? Это ниже моего достоинства, не хочу даже об эту тему говорить, почему? Потому что я не цеплялся зубами за, там, давайте это самое, но... Осадочек? Осадочек остался, но уже давно лютычился, но просто это ниже моего достоинства, то пусть... Тренируют, там играют, что хотят, то и делают. Вы спілкуетесь с Фоменком? Последний раз нет, пока нет. Не в том, что плане, что я там обижен, что-то. Не. Просто, ну, он совершенно разного возраста и как бы вроде по-разному, да. А так я ему благодарен тоже за опыт жизненный, за тренерскую, то есть такую работу и все. А знаете, что мне цікаво? От, якщо згадувати Євро 2016, ясно, мы там програли три гри, да?
Окей, ми програли там німцям, Північній Ірландії, полякам, не забили жодного м'яча. Але найбільш резонансна історія була інша. І мені цікаво вашу позицію, ваше бачення, як людина, яка була частиною цього штабу, яка виводила збірну туди, на цей рівень. Матч проти збірної Польщі, останній матч для збірної України, да? Які вже нічого не вирішують для нас. Ми програємо 0-1 на трибунах, 15 тисяч, якщо правильно пригадую, українських болівальників, які заплатили свої, ну, хто, для когось може й передостанні гроші, да? Щоб бути там, щоб підтримати збірну. Потратили свій час, відірвали щось там від сім'ї, поїхали туди, вболівають за збірну. Ми програємо полякам 0-1, остання хвилина матчу, і Фоменко робить заміну. Випускає Толіка Тимощука, опорного півзахисника, замість центрфорварда Зозулі. В ситуації, коли ми маємо відігруватись, коли ми маємо, в теорії маємо рятувати матч. А для чого? Все одно ж вже всі шанси були потеряні. Я хочу вас запитати, якщо б ви були там в тренерському штабі на лаві для запасних, як би ви на це відреагували? Тут, да, дилема, дві сторони медалі. З одного боку, для чого, якщо ми все одно, нам нічого не світить, а гравець заслужений, і, в принципі, ну, щоб він не туристом прокатався, випустити його на футбольне поле. А з іншого боку, а як же ж спортивний принцип, як ви розказували, без ніг, без рук, зубами цеплятись за результат, намагатись відігратись, подарувати людям хоч тут трошки позитивного настрою, подякувати за підтримку, за те, що вони вболівають. Очень сложно. То есть надо находиться там, я там не находился. То есть надо находиться в гуще событий и надо знать, какие действия, какие там какие-то дела. Сама суть, но ты хочешь выпустить... Сама суть надо было с первой игры не проигрывать, и вторую игру не проигрывать, то есть такое, и третью там не проигрывать. Почему? Потому что все игры нельзя проигрывать. То есть как бы вроде, хотя бы там показать, что ты мастер, что ты, ну как-то вроде бились, там проиграли, ну понятно. Но цепляться за последнюю игру, с другой стороны, это было за 2 минуты, по-моему, до конца, да. Там, то есть что мог даже поменять. То есть, ну, наверное, чтобы количество матчей, наверное, было больше, наверное. Тем более Тимощук это заслужил, я имею в виду матчи, не то, что он там выходил, он играл больше 100 игр, то есть это, ну, это ж не под премиальные там ничего, ну просто... Просто в данный момент это так получилось, я так думаю. А так, конечно, это может неправильно, но тем более уже тренерский штаб уходил, уже понятно, что там уже пошли новые люди, там уже это понятно. То есть уходил с этого самого, с поста, и, ну не знаю, наверное, ну на тот момент, как Фоменко считает, это он, наверное, правильно сделал. Витя, давай. Ну давайте уже останнее. Останнє питання. Ви зараз працюєте скаутом, да, «Динамо Київ», раніше були тренером. Зараз нема у вас амбіцій продовжити тренерську кар'єру? Ні, ну є, звісно, є. Амбіції не такі, щоб амбіції прямо йдуться. Ну, думаю, що не говорю, ну, може, ну, будет возможность, буду тренировать, не будет возможности. Ну, вы шукаете эту возможность? Чи... Ну, видите, как видите, в прессе никто ничего не... Агент есть у вас? Нет, у меня агент, а зачем мне агент? А как вы работаете без агента? Я напрямую, можно, пусть обращается. Какой. Да. Напрямую, звертайтесь до Анатольевича. Можно через меня, я бы... Я не в том возрасте, чтобы мне там где-то это самое. А скажите, кто найулюбленіший футболіст Олександра Заварова в цьому от нинішньому київському «Динамо»? Ти знаєш, Вітя, дуже складно це сказати, чому? Тому що дуже складно навіть сказати. Тобто, я знаю, що всім футболістам, які грають в «Динамо Київ», треба дуже-дуже багато працювати. Це ясно. Немножко опуститися на землю і дуже-дуже багато працювати. Це ясно. Я, ну, з них хтось, ну, сложно, з них хтось би... Мені подобався Вербіч, наприклад, як-то вроде більше як футбольний такий. Футбольный такой, чувствовалось. Ну, потом немножко подздулся, то есть такой. Ну, так, чтобы выделить кого-то, чтобы я не могу. Кто наилюбленнейший? Від кого ви кайфуєте? От дивишся на гру, від кого ви кайфуєте? Хто вам задоволення приносить? Він не обов'язково мусить бути, дивіться, не обов'язково там золотий м'яч отримав Месі. Це не означає, що Месі там найулюбленіший футболіст. Ні, може бути найулюбленіший Марес, умовний.
Хто від кого ви отримуєте задоволення? Від чого футболу? Ну, я Бущан, ладно, скажу. Бущан пусть буде. Ну, а чого ні? А чого ви сміюєтесь? Я не сміюсь просто, тому що... Хто цього Динамо Київ міг би в 86-му році на склад претендувати? На місце в складі? Наоборот, хто із цього, хто мав претендувати? Ну, з цього, з нинішнього Динамо Київ на місце в складі 86-му. Ніхто. В нас є постійна рубрика, символічна збірна від нашого гостя. Давайте складемо, як тренер, символічну збірну футболістів, з якими ви грали в футбол в одній команді, з якими ви виходили на футбольне поле в одній команді в своїй кар'єрі. 11 чоловік. 4-4-2. А що тут думати? Давайте. Київська «Динамо» 86-го року. Ну, почекай. А Платіні? А, ти між то і так. А себе не можна ставити. Давайте, воротар. Платіні вмісто мене. Ні, давайте. Ну, мене ж себе ж нельзя. Ну, давай, воротар. Чанов. Віктор Чанов. Да. Правий захисник. Андрій Баль. Возьмем так. Ну, як-то Бессонов Владимир, да. Возьмем так. Вот так. На кого? Давайте Бессонов, да. Центральний захисник один. Кузнецов. Другий. Ну, якщо... Де ж ліберо грали, Кузнецов був передній, центральний захисник. Балтача, навіть. Балтача останній. Дем'яненко. Зліва Дем'яненко. Яковенко, Рац. Яковенко, Яковенко опорний півзахисник, Рац зліва, справа. Да. Справа Яремчук, Платіні, Біланов, Блохин. Клас, амінь. В воротах Віктор Чанов, правий захисник, Володимир Бессонов, лівий захисник. Анатолій Дем'яненко. В центрі. Сергій Балтача, Олег Кузнєцов. Лівий півзахисник. Василь Рац. Правий. Іван Яремчук. Центральні півзахисники. Опорний. Павло Яковенко. Під нападаючими. Мішель Платіні. А не то, що ви подумали. І два нападачі. Олег Блохін, Ігор Білано. Білано 10-й номер, Блохін 11-й номер. Друзі, я в дитинстві мріяв би про такий подарунок, такий сувенір. М'яч, ігровий м'яч, офіційний м'яч «Адідас» з автографом легендарного Олександра Заварова. І час конкурсу, звичайно ж, ну давайте подумаємо, дивіться. Олександр Заваров в нас грав у трьох країнах із розкішною кухнею. Україна, Італія і Франція. Увага, питання. Найулюбленіше блюдо Олександра Заварова. Шампанське, яке він називав в ефірі, це не блюдо.